Так, раз, раз. Здравствуйте, как меня слышно, как меня видно? Всех участников приветствую на клубном дне, посвященном волновой теории Эллиота. Так, добрый вечер, Илья, всех приветствую. Давайте для начала уточним состояние нашей связи, то есть есть ли у нас звук или нету. Прошу вас отписаться в чат. Если вы меня видите, вы меня слышите, дайте знать. Так, давайте я немножко камеру сделаю дальше, чтобы было лучше всех видно. Так, вот, все, отлично. Итак, доску видно, меня слышно. Вижу, люди постепенно подтягиваются. Не слышно, Андрей пишет. Так, давайте ближе подтяну микрофон. Так. Все, отлично. Ну, звук должен быть у вас полностью на максимум. Максимально близко подтяну микрофон. Все, связь у нас есть. Все ли хорошо? Андрей, проблемы только у вас или у всех остальных все хорошо? Не видно и не слышно, пишут. Давайте минутку. Проверим нашу трансляцию по клубному дню. Секунду. У меня трансляция идет. Да, попробуйте обновить. Все видно и слышно. Все видно отлично. Окей, классно, супер. Все, тогда можем начинать. Всех приветствую на своем клубном дне. Клубный день посвящен у нас волновой теории Эллиота. Итак, что это такое вообще, с чем его едят? Итак, я думаю, наверняка многие из вас слышали о множестве различных теорий, существует на рынке, да, там, но основополагающие и основные теории, которые рассматривают всегда в трейдинге, это две. Теория Доу-Джонса и волновая теория Эллиота, она уже вытекает из нее. Сегодня мы затронем именно вторую часть, вторую такую глобальную теорию, а именно волновая теория Эллиота у нас будет сегодня изучаться. Теорию Доу-Джонса мы пока что не трогаем, но волновая теория Эллиота и теория Доу-Джонса, они вместе очень близко объединены друг с другом и в целом дополняют одна другую. То есть одна не противоречит другой. То есть если посмотреть на основные постулаты и на основные посылы, которые каждая из теорий несет, то в целом они одна дополняет другую, одна подтверждает другую. Так, резкость можно поправить. Давайте попробуем по резкости. Так, минуту. Так, по резкости максимальный момент. Вот. И думаю, должно стать лучше. Резкость поправил. Так, отлично, вижу, люди постепенно у нас подтягиваются. Итак, рад всех видеть, кто новый пришел. Итак, волновая теория Эллиота. Давайте вернемся в небольшой экскурс, как вообще была сформирована волновая теория Эллиота и с чем основные ее постулаты. В 30-х годах один из математиков американских, фамилия у него Эллиот, лежа дома на больничном и уже буквально будучи при смерти, начал активно изучать на своем уже последнем издыхании рынки. Начал анализировать различные методы, способы анализа рынка и пытался рынки, в целом движение на рынках, привести к какому-то одному целому. То есть в целом, какая до этого была ситуация? Рынки были хаотичными, движение на рынке в целом еще никто не описал, это порядка 90 лет назад было. И единственная теория, которая была в тот момент, это теория Доу-Джонса. Она еще не была полностью целиком сформирована. Многие ее последователи еще не были рождены, да, поэтому в целом все теории, которые существовали, и методы торговли, они были основаны только на следующем, это купи и держи, и на этом все. Рынки были менее ликвидны, рынки были менее глобальны. В 30-х годах Эллиот начал анализировать движение на рынках и пришел к следующим выводам. То есть пришел к тому, что в целом рынки зачастую в своем движении, они следуют следующим постулатам. То есть на рынках всегда присутствует какое-либо импульсное движение и
оно после него всегда у нас происходит какая-либо коррекция. То есть, анализируя рынок, Эллиот пришел к следующей динамике. В том, что у нас формируется какая-либо стартовая точка, отметим эту точку как единица, да, и с этой стартовой точки формируется импульс. Импульс может быть разный по силе, по величине, по времени формирования. Но в целом мы сейчас убираем все эти параметры, и мы просто остаемся только на одном, что у нас формируется импульс. И от него мы как бы уже отталкиваемся. В зависимости от силы импульса определяют, какой тренд, в зависимости, ну, восходящий, нисходящий. Силы импульса могут быть разные, в зависимости от рынков, в зависимости от времени формирования этого импульса, либо актива, который торгуется, так? Поэтому в целом всегда какое-либо движение на рынках, оно формируется с импульса. В целом все остальные теории также это подтверждают и говорят, и приходят к этому. Но в целом, если все обобщить, то в первоначальной, первой основе всего у нас всегда идет импульс. То есть какое-то движение в одну или в другую сторону. Сейчас мы рассматриваем восходящее движение. В целом, как формируется импульс? Есть какой-либо на рынке, они в основе своей, они всегда стремятся к балансу. То есть рынок работает следующим образом, что у нас есть какая-либо точка, в нашем случае цена, в рамках которой мы остаемся торговаться. Эта цена является средней, либо нормальной для конкретного промежутка времени, для конкретного актива. Соответственно, как это все происходит? К примеру, вот обычная ситуация. Мы с вами приходим на базар, и на базаре, я думаю, множество из вас знают, кто такие менялы. Да? То есть они обменивают деньги, и, соответственно, в определенный момент есть определенный курс, так, на который они соглашаются. Соответственно, приходит на базар новый человек и говорит, блин, а курс уже выше, либо курс уже ниже. Соответственно, они сразу же скидывают цену, либо ее повышают, чтобы быть более конкурентными. Да? В зависимости от этого на рынках также формируются импульсы вверх и импульсы вниз. То есть все начинается с точки баланса. Когда рынок пришел в состояние баланса, мы никуда не движемся, все у нас хорошо, только у нас появились какие-либо новые данные, либо даже не то чтобы данные, а ожидания выхода этих данных. Рынок сам по себе, он не живет никогда фактическими данными. Рынок всегда живет ожиданиями. То есть если у нас вышли какие-то данные, то рынок их уже в большей степени свои отыграл. Просто-напросто. Зачастую рынок всегда, в частности, если мы говорим о Форекс, о товарно-сырьевом рынке или о фондовом рынке, все рынки, они живут ожиданиями, то есть рынки в ожидании чего-то. Поэтому зачастую даже есть такая пословица, что покупай на фактах, покупай на слухах, а продавай на фактах. Да? То есть рынки либо слишком сильно оценивают ожидания от выхода какой-либо новости, либо слишком недооценивают ожидания и ожидания по выходу каких-либо данных, по начале какой-либо программы, либо по действиям с Центробанком всегда либо недооценены, либо переоценены. В зависимости от этого, ну и рынок у нас так отыгрывает их и воспринимает всегда по-разному. Но мы возвращаемся к нашему импульсу. И в целом произошло у нас какое-то событие, там, и рынок показал на него реакцию. Соответственно, у нас с вами формируется такой импульс, то есть сила, которая движет вверх. Сразу же это говорит о том, что трейдеры начинают производить покупки, всем интересна новая цена, текущая старая никого не устраивает. Соответственно, начинается повышающаяся динамика, и цена, которая была ранее, она уже не удовлетворяет желание участников рынка, и все начинают сразу же постепенно цену повышать. Постепенно я имею в виду, разная скорость может быть. Если это мы говорим про внутридня торговлю, это может быть быстрый импульс в течение минуты, про дневные какие-либо движения, это импульс может формироваться там неделями, да. Поэтому в разной степени на различных таймфреймах импульс может формироваться различное время. Но в целом импульс, он первичен, и с него всегда начинается весь анализ рынка. После того, как у нас произошел вот эта вот паника, какие-либо дополнительные данные на рынок пришли, рынок всегда должен прийти к точке баланса. У рынка нету безграничного запаса все время идти куда-то в одну сторону. Неважно, это акция, либо это товарный актив какой-то, да, сырье это может быть, либо это валюта. В целом каждый из активов в
все время расти либо падать он не может. То есть рост в целом либо падение всегда ограничено. А на некоторых биржах, на некоторых торговых площадках этот процесс ограничен как бы юридически. То есть, к примеру, на биржах Нью-Йорка, да, актив, в нашем случае акция, не может за день подорожать, либо стать дешевле, больше, чем на 10%. То есть, если такой момент происходит, сразу же торги заканчиваются. То есть, к примеру, если акция стоила $2, она подешевела до $1.90, торги по ней начинают прекращаться. Ну, такие все сильные движения, чтобы инвесторы сильно не страдали, введены вот такие юридические ограничения. На товарно-сырьевом рынке такие ограничения также есть. В нашем случае эти ограничения, к примеру, по нефти на многих биржах, на NYMEX, к примеру, там актив, насколько я помню, не может расти больше, чем на $10. То есть нефть в течение дня не может сделать движение больше $10. Если такое движение будет, торги сразу же будут прекращены. Именно поэтому волатильность и рынков, она всегда ограничена. Именно поэтому все понимают, что расти все бесконечно долго не может. И при импульсном движении первый момент, когда вы, к примеру, начинаете сидеть в этом импульсном движении, и просто представим ситуацию, когда вы купили в самом низу, да, и начинаете с нулевой точки, да, с единицы. Вот у нас пошел рост, и мы растем, растем, растем. У вас сразу же возникает желание и выйти, да, но когда же нам с вами выходить? В те моменты, когда трейдеры начинают выходить и постепенно закрывать часть своих позиций, формируется у нас коррекция. Коррекция может формироваться коррекция, давайте дадим это определение, что такое коррекция. То есть у нас есть импульсное движение, и после импульсного движения обратное, в обратную сторону движения, мы как раз таки будем называть коррекцией. Коррекция в зависимости от силы движения может быть разной, в зависимости от периода. То есть, если, к примеру, мы видим импульсное резкое движение внутри дня, и после него идет коррекция, то она будет незначительная зачастую, и движение дальше продолжится. Если мы говорим о дневных таймфреймах, то коррекция может затянуться и на день, и на два, и дальше продолжится на период роста. В зависимости от разных активов, эта коррекция может быть разной и протекать различными способами. Но мы сейчас с вами рассматриваем банально самый простой способ коррекции. Это именно вот такое плавное снижение. То есть просто рассмотрим, что у нас есть снижение, да, вот такое вот линейное. Дальше мы обсудим, какое оно будет снижение, какой формы оно может быть. Но если у нас импульс был неспроста и цена дорожала неспроста, то после небольшой передышки какое ваше желание? Это дополнительно зайти в позицию, дальше продолжать расти. Поэтому, как вы знаете, или если читали теорию Доу Джонса, то тренды в своей сути, они всегда продолжаются. То есть зачастую тренд не меняет своего направления, а просто мы идем дальше. Поэтому, соответственно, после коррекции у нас всегда с вами формируется импульс, то есть продолжение нашего движения. Если мы показывали импульс вверх, это означает, что те события, те факторы, которые толкали цену вверх, да, они еще имеют смысл, и они будут продолжать давить на цену. То есть мы отдохнули, сделали небольшую передышку и дальше пошли расти. Поэтому в целом после каждой коррекции у нас и формируется движение. Поэтому в целом рынки ходят и работают примерно следующей структурой. Есть импульс, коррекция, импульс. В целом основной постулат теории Эллиота как раз таки заключается примерно в этом. В том, что каждый рынок ходит именно таким вот способом. То есть основа любого движения как раз-таки является импульс, коррекция, импульс. Дополнительно к этому, развивая свою теорию, Эллиот добавил, он ее более, так сказать, развил, да, и в целом структуру движения добавил следующую. Структура движения заключалась в том, что после каждого коррекционного движения и импульсной волны, далее, он обозначил каждую из волн. Он дал им определенные названия, да, чтобы их различать, а не просто говорить коррекция, не коррекция. Каждой из волн всегда присваивается определенное значение. В нашем случае значения могут быть циферные, то есть 1, 2, 3, либо буквенные, А, Б, В, С, Д, Е.
Поэтому, чтобы более лучше ориентироваться, мы начинаем с самого простого, это цифрное обозначение. Первую импульсную волну всегда обозначает именно волна 1. То есть первая импульсная волна имеет у нас индекс 1. Следующая волна, которая идет за ней, коррекционная, вот эта волна, она имеет маркер 2. То есть после импульсной волны всегда идет коррекционная. После коррекционной у нас импульс продолжается, тренд имеет силу, мы растем дальше. Следующая волна, по счету у нас тройка, правильно. И дальше у нас идет третья волна. В зависимости от силы тренда, эти волны имеют разное соотношение и разные размеры. Мы дальше с вами об этом поговорим. После третьей волны, после каждого импульсного движения, мы говорили о том, что нужно всем передохнуть, нужно пойти поспать. Не все же круглосуточно торгуют, да, у нас с вами. Поэтому после каждого роста также происходит период спокойствия, да, когда рынки постепенно успокаиваются и заходят в коррекцию. То есть вот небольшую коррекцию также подходит. И уже на новый дополнительный день уже происходит последняя, так бы сказать, сила, и мы на последних издыханиях дальше продолжаем расти. То есть в целом Эллиот определил, что любое движение, как таковое, оно состоит из 5 этапов и 5 частей. Формируется первая импульсная волна, предшественником которой является какое-либо то ли событие, то ли факторы какие-то. Но нас мы их рассматривать не будем. Мы не исследуем фундаментальный рынок, мы просто рассматриваем со стороны зрения Эллиота. Да? Формируется импульс какой-то, от которого все отталкиваются. После этого импульса всегда происходит коррекция, то есть такая небольшая передышка. Следующий за ней – это более сильный еще импульс по силе. И последние две волны, они являются такие уже более вялые. То есть моменты, когда постепенно трейдеры начинают закрывать свои позиции и в целом понимают, что ну, уже большая часть движения отыграна, и рынки уже переходят в состояние равновесия, либо корректируются назад, и тренд у нас меняется. Как это все происходит и почему именно так? Ну, в целом, объяснение в простой теории Доу Джонса заключается в том, что после третьей волны, когда все уже на всех силах толкают рынок, все уже как бы ну, ослабевают. В чем это связано? На третьей волне зачастую все уже выходят. Большинство из трейдеров, которые есть, большинство из участников, они просто начинают закрывать свои позиции. И две последующие, четвертая волна и пятая, они уже идут, так сказать, более слабые. Почему? Потому что конец, он всегда такой более обрывистый. Если мы со старта летим, у нас есть силы, да, то концовка у нас все время постепенно мы начинаем уже буксовать, и рынок никуда не идет. Поэтому в целом вот эту пятиволновку мы можем просто, да, разместить, если мы, к примеру, рассматриваем часовой график, да, мы можем упаковать, ну, вот это все развитие событий, оно может у нас пройти как за час, как за два часа, также может и за день, и за неделю сформироваться. Поэтому в зависимости от того, какой это таймфрейм, в каждом из движений вот этих вот импульсных, оно составляющее будет, ну, его составляющие будут как раз-таки другие волны, более мелкого характера. В нашем случае вот эта пятиволновка может быть просто в разрезе, да, под микроскопом, если мы посмотрим, а не будем смотреть со старшего таймфрейма. И со старшего таймфрейма у нас будет выглядеть прямая линия, да, условно говоря. Под микроскопом это будет вот такие вот зигзагообразные различные формы. Поэтому в целом наша теория, ну, говорит о том, что в каждом импульсном движении сильном всегда присутствуют более мелкие движения, да, которые, развернув таймфреймы от дня до минутки, мы их сможем увидеть. В зависимости от таймфрейма эти модели они могут меняться. Но в целом суть каждого из движений остается именно таким. Есть импульс, коррекция, импульс. В целом мы с вами поговорили об импульсе, о коррекции, как они формируются. Если пока что есть вопросы, задавайте, пожалуйста, в чат, я буду на них отвечать, то есть буду рад ответить. Возможно, что-то непонятно. Давайте вот базовые моменты, вот в чем суть теории. То есть, если непонятно, вы отпишитесь в чат, пока что ваши вопросы посмотрю. Так, если у вас
не идет звук, либо нету видео, вы обновите страницу, либо зайдите с другого браузера. Так, звук. Я не буду увеличивать нашу с вами чувствительность, потому что у некоторых она может начать шипеть. Так. Так. Читаю ваше соотношение волн, длины волн друг к другу. Да, Сергей, мы сейчас это все обсудим. Мы сейчас разговариваем про базовые вещи. То есть понятно, что как формируется движение. Оно зачастую идет пятиволновое. То есть структура любого движения, любого импульса имеет место, такой вот сценарий. То есть есть 5 волн, и они одна за другой идут. Так. Правильно. Сейчас мы с вами об этом поговорим. То есть как узнать, что это коррекция либо разворот. Окей. Хорошо. Итак, для начала давайте мы с вами определим. Вы у меня спрашиваете, как узнать, эта коррекция у нас пошла, либо разворот. Для начала мы должны дать понятие и определение, что такое у нас коррекция, в чем суть коррекции и как коррекция отличается от разворота. В своих понятиях мы должны быть достаточно четкими, да, потому что налив воды можно коррекцию не отличить от разворота. Зачастую в стандартной терминологии, в основных, так сказать, праотцы, которые говорили, они давали следующее определение. Рынок, как в целом, он у нас не линейный, да, он не может ходить четко под копирку. Вот. Именно поэтому, как таковые движения, у нас, мы в целом должны рассматривать более глобально. Сейчас я сотру. Минуту. Так, все, отлично. Значит, давайте определим, что у нас с вами такое коррекция. Коррекция – это, мы с вами сказали, что движение какое-то против основного импульса. То есть мы с вами говорим о том, что есть какое-либо целенаправленное движение в одну сторону. В нашем случае это вверх. После него формируется движение в противоположную сторону. Каким движением это может быть? Что это может быть? То есть мы с вами рисовали, что это просто линия, то есть свечка вверх пошла и против нее свечка вниз. Но рынок он не линейный, поэтому коррекционное движение может быть своей сути, и зачастую своей сути первый вариант, оно идет зигзагообразно. Как это происходит? То есть у нас идет импульс вниз, небольшой разворот и дальше вниз. И дальше мы пошли по тренду. То есть в целом, этот момент, да, мы рассматриваем как снижение вниз. Если мы откроем более мелкий таймфрейм, то у нас будет зигзаг. Коррекции бывают разных форм. Первый из ее вариантов – это зигзагообразный вариант. То есть снижение цены в нашем случае, то есть движение против основного движения, может иметь и такой характер. То есть снижение будет неровным, а вот такими вот такое сердцебиение, да. Помимо этого, в основе своей структуры также бывают движения не только зигзагообразная форма, а и формы треугольника. Как это отображается? У нас может быть в этом движении присутствует не трехволновка, да, а большее количество волн. В нашем случае есть импульсное движение, и дальше актив просто формирует вот такой вот, давайте более выше, да, чтобы более четко было понимать. Вот такой вот треугольник. То есть в целом и после него уже идет там импульс вверх. И после него идет уже импульс дальше по тренду. В целом это стандартные наборы формирования коррекционных движений. Основные отличия у них те, что в зигзагообразной форме она встречается более реже, зачастую рынки более сложные. Встречается треугольная форма движения на рынке. В целом, по зигзагообразной здесь достаточно все понятно. В момент коррекции, как я с вами говорил, если мы посмотрим более глубже, да, то вот это вот снижение, которое мы ранее рисовали линией, в целом с этой точки к этой точке, да, мы прошли движение, и в целом у нас было снижение. Но если поглубже посмотреть, да, то здесь как раз также сформировалась дополнительная трехволновка. То есть в целом движение на этих коррекциях, оно может быть как трехволновая, то есть у нас может быть первая волна, коррекционная,
и дальше импульсная. Но в более широком понимании это будет все же оставаться коррекцией к более старшей, более длинной импульсной волне. А следующий вариант – наш треугольник. А в треугольнике все достаточно более интересно. Здесь уже мы ранее с вами рисовали пятиволновку, но здесь основная ее суть заключается в том, что каждый максимум и каждый минимум, он идет ниже предыдущего. То есть в нашем случае, если мы проведем вот так вот линии, то каждый максимум и минимум будет ниже предыдущего. То есть основная суть заключается в том, что вот эти минимумы, они все будут сжиматься, то есть и пружина здесь будет натягиваться. В этом и суть как бы всей основной системы именно по треугольнику. То есть коррекция может быть не просто линейная линия, мы упали и все. Мы можем зайти в небольшой треугольник. Также помимо всего этого на рынках могут формироваться флеты. То есть в моменты, когда рынок у нас бесконечно рос, и потом в определенный момент у нас сформировалась небольшая передышка, рынок может останавливаться во флетах. И в нашем случае будет не треугольник, а более такой пологий треугольник, иными словами, прямоугольник у нас будет формироваться. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Итак, смотрите, вот у нас идет движение. И в момент у нас может формироваться просто флэт. Но в более широком понимании у нас будет оставаться та же нисходящая линия. Так, наверное, сейчас вас запутаю. Так. Вот. Один, два. Но в целом это та же структура импульсная. Да? Суть заключается в том, что вот эти развороты, либо коррекции, они бывают различные формы. Я сейчас вам показал именно в нашем случае коррекцию. А разворот в нашем случае – это полностью перебитие дальше вниз нашей импульсной волны. Вот это считается разворот. Сейчас я вам покажу, в какие моменты разворот имеет смысл, а в какие развороты, разворот не является разворотом. Так, давайте это все стираю. Так, то есть мы обсудили с вами, что коррекции бывают зигзагообразной формы. В треугольник мы можем заходить, просто во флет. Дополнительные вопросы. Так, как раз на завершение импульса. Так, 7 волн обычно формируются на третьей удлиненной волне. Так, об этом сейчас с вами тоже поговорим. Денис Салжиманов, у вас запись будет? Так, не знаю, что за Денис. Запись будет у нас на официальном канале на YouTube. Сможете все посмотреть на YouTube после трансляции. Лампа отсвечивает. Разверните доску. Окей, так. Так, давайте мы... О, вот так вот, думаю, будет в самый раз. Все, отлично. Окей, так, думаю... Давайте я тогда свет подвыключу. Можно? Если нам с вами плохо видно. Так, стоп. О, все, отлично. На доске. Ага, да, вижу лампу, лампа осталась. Так. Все, отлично. Я думаю, сейчас лампы не видно и доску вы... более лучше стали видеть. Если это да, так, все, отлично, можем продолжать. Все, нам ничего не отсвечивает, вот немножко вот кусочек остался. Давайте я увезу. Все, отлично, доску не видно. Итак, соответственно, каждая из волн имеет свои коррекции, но в чем характеристика каждой из волны, которая у нас есть? Зачастую первая волна, которая формируется, она вызывается каким-либо всплеском, новостным или еще прочим. После нее формируется небольшая затишка, то есть время, когда трейдеры могут передумать, поразмыслить, понять, есть ли смысл расти дальше, либо нет. После нее... зачастую формируется третья волна. Третья волна в своей сути, она является самой сильной волной. Поскольку после формирования первых двух волн, у нас все уже как бы уже видят, что был импульс,
был какой-то там кипиш, да, небольшой, и после него все уже начинают сбегаться на рынок и постепенно дальше хотят поучаствовать в торгах и дальше хотят получить свою прибыль, да, на этом росте. Они не хотят уходить от событий, которые сейчас происходят. Поэтому третья волна, она является наиболее, так сказать, сильной, и все время зачастую на ней зарабатывают больше всего денег. То есть первая волна, зачастую все пропускают, это такой небольшой импульс. После нее происходит коррекция, и как раз таки в этот момент, когда происходит у нас коррекция, происходит, ну, решают рынок, будет ли у нас дальше продолжаться тренд, либо нет, его участники. После завершения третьей волны у нас происходит коррекция. Коррекция происходит на том, что множество участников уже закрывают свои позиции, и дальше тренд силы идти не имеет. В эти моменты как раз таки подходят опоздавшие, те, которые уже ранее не успели, либо те, кто хочет закрыть свои позиции и не искусственно поднимают цены выше. Поэтому пятая волна по своей сути, она является самой слабой и формируется как зачастую, ну, максимум, ну, в лучшем случае она перебивает максимум третьей волны. То есть зачастую пятая волна, она самая слабая. Ей тяжелее всего пробить свой максимум, и она очень часто свой максимум не пробивает. В нашем случае есть несколько постулатов, да, как работает каждая из волн. Первый момент заключается в том, что уровень коррекции, то есть вторая наша коррекция, четвертая волна, никогда не может в первую очередь достигать пика первой волны. То есть у нас не может быть такой коррекции, да, что буквально большую часть импульса мы скатываемся вниз. Если это происходит, то, безусловно, тренд будет уже изменен, и дальше мы идти не можем. То есть, в целом, при формировании четвертой волны мы никогда не должны достигать нашего пика по первой волне. Соотношение такое же и у второй нашей волны. Вторая волна никогда не может достигать основание первой волны, потому что вся суть, ну, как бы здесь будет теряться. Почему? Потому что коррекция у нас никогда не может равняться нашему импульсному движению. Это уже не будет импульсное движение. В целом, как можно использовать все вот эти основные данные принципы? Первый момент этот заключается в том, что если мы с вами говорим о том, что это третья волна, и мы ее правильно определили, основной минус и заключается в том, что мы не всегда знаем, это первая волна, это вторая волна, либо третья волна. В этом зачастую все всегда начинают путаться. Но мы всегда знаем, но у нас есть больше шансов, согласитесь, всегда попасть на третью волну. Как раз таки в этот момент вот основная стратегия по волновой теории Эллиотта, это как раз таки первый момент, это пробитие пика первой волны. Зачастую я вам сказал о том, что третья волна идет у нас наиболее сильная, наиболее массовая. Первый наш пик пробивается лучше всех, и потенциал движения всегда есть. Поэтому пробитие первого нашего импульсного пика всегда можно использовать для открытия позиции на покупку дальше по тренду. В целом, или можно использовать ориентир для формирования сделок на продолжение тренда. Вот как раз таки этот паттерн используем не только мы, и эти все моменты, они также вызывают лавинообразный такой процесс и вызывают еще больше и больше покупок и толкают цену все выше и выше. Также, помимо всего этого, зачастую, когда мы говорим с вами о волнах Эллиотта, мы поговорили о коррекциях, какие они есть. Мы также поговорили с вами о том, что в любой, ну, как бы волне более старшего таймфрейма есть волны более младшего таймфрейма. И каждый импульс, он состоит из более мелких волн. Поэтому, если в целом все это взять в кучу, да, то есть можно сказать, что открыв под микроскопом каждую волну, мы увидим набор таких более мелких волн. Зайдя в каждую из этих волн, мы даже там до мелких тиков можем также там нарисовать определенные волны. То есть в целом обобщая, рынок всегда ходит от импульса к коррекции, именно поэтому они называются волны. Базовые моменты мы должны для себя прояснить, что рынок также не является линейной структурой, да, что когда у нас формируется какая-либо линия вверх, да, либо импульс, он может, мы просто ровной линией корректируемся вниз. Нет, это может быть треугольник, либо прямоугольник, либо просто такой флэт.
В целом эти моменты понятны. Сейчас давайте. Так, как распознать сам момент смены трендового движения? Да, об этом сейчас поговорим. Так. Ага, лампу подвинул. Момент трендового движения. В чем заключается суть? Тренд по своей структуре, обращаясь к базовым принципам Доу Джонса, формируется следующим образом. Тренд, он здесь просто нужно небольшую ремарку по теории Доу Джонса добавить, потому что ну, без небольших знаний по теории Доу Джонса будет достаточно сложно оперировать именно знаниями по теории Эллиота. Исходя из теории Доу Джонса, ну, уже после нее было сформировано принципы теории Эллиота. На рынках ну, всегда существуют тренды. Тренды существуют боковые, тренды существуют диагональные, то есть ну, простые да, тренды. Так, сейчас. Они бывают восходящие, то есть у нас с вами бывают восходящее движение, нисходящее движение, либо мы стоим во флете, то есть баланс на рынке. В целом рынок, ну вот мы его таким образом начертим, да, что у нас с вами такое тренд? Давайте дадим определение тренда, потому что мы о нем говорим, но очень часто не можем понять, что это такое. Тренд, я всегда вот на своих обзорах, когда их провожу, либо общаюсь со своими учениками, я говорю о том, что тренд определить достаточно просто. Тренд – это просто серия повышающихся минимумов, либо понижающихся максимумов. То есть в нашем случае тренд – это серия повышающихся минимумов, то есть каждый минимум, когда идет выше предыдущего, это у нас и будет тренд. То есть в нашем случае, возвращаясь к теории Эллиота, такое же вот просто импульсное движение. Но в моменты, когда мы улетаем вверх после каждого минимума, у нас бывают какие-то определенные откаты и коррекции. Вот как раз таки теория Эллиота эти моменты у нас и рассматривает. Так, по тренду понятно? Так же само и в нисходящем тренде. Мы как раз таки сегодня общались вот со своими слушателями по тем, кто смотрел мои обзоры. Так же само и нисходящий тренд. Есть серии максимумов, и каждый максимум ниже предыдущего. Это и есть тренд. То есть серия нисходящих максимумов. То есть примерно как это выглядит. Открылся день. Торговались, нарисовался максимум, но он ниже предыдущего дня. И так несколько дней подряд. Все это яркая тенденция на понижение. То есть вы видите снижение. Если мы открываем просто и смотрим на рынок с точки зрения волновой теории Эллиота, это будет выглядеть следующим образом. То есть есть импульсная волна, есть коррекция. Дальше идет импульсная волна, есть коррекция. И так же само будут рассматриваться вот наши вот с вами точки. Лучше зачастую всегда волну и импульс определяют по первой волне. Зачастую достаточно сложно определить, какая волна первая, какая пятая, и где вообще начало, где конец. В целом, ну, практики уже волновой теории Эллиота рассматривают весь этот коллаж следующим образом. Они смотрят на не просто на движение, как вот рынок начался и рынок закончился, а более глобально рассматривают, какие у нас формы сверху формируются, а какие в глубине. В целом, после Эллиота было множество его последников, в частности, один из знаменитых математиков. Сейчас, секунду, все стираю. Которые немного доработали его теорию и установили следующие моменты, что тренды и импульсы по своей структуре также могут иметь состояние трех волн. Вот таким вот образом. То есть в целом рыночные движения можно также описать, ну если более упрощенно, то в целом импульс у нас идет А и импульс идет Б.
А в каждом из этих импульсов может быть наличие там 5 волновок, да, каких-либо, либо 3 волновок. В целом, более развитая теория Эллиота, она формирует не просто 5-волновку, а 5-волновку, которая на более старшем таймфрейме рассматривается просто как структура АБ, то есть идет импульсное движение, оно уходит в коррекцию и дальше импульсное движение. Простым языком говоря, на что мы сейчас с вами будем ориентироваться, это на сильные импульсы. То есть, что нам нужно с вами исследовать, это просто импульс, который начался в конкретный определенный период, и от него уже отталкиваться. Его мы будем интерпретировать следующим образом. Если, к примеру, у нас импульс идет восходящий, мы будем смотреть, насколько сильно формируется его коррекция, каким образом эта коррекция формируется, и сравнивать его, эту коррекцию с другими волнами. Говоря о сравнении, в целом зачастую на рынке присутствует такой подход измерения коррекционных волн и измерения последующих за ними волн за счет соотношения Фибоначчи. Так, минута вопроса. Так, по дивергенции тоже поговорим с вами. Соотношение Фибоначчи. В чем заключается суть этой теории, этого предположения? Теория говорит о том, что на рынке работают люди, и алгоритмы также пишут люди. И в целом все рыночные движения, они происходят с подачей людей. Человек, как нерациональное существо, оно может в целом, его поведение описываться. В целом, поведение на нашей Земле в целом укладывается в числа Фибоначчи. Числа Фибоначчи – это определенное соотношение. То есть соотношение там, нашей руки к нашему телу, наших глаз к нашему телу. Также, к примеру, каждый из растений растет по определенным фракталам, да, и эти фракталы также имеют определенное соотношение. И в целом, в сумме, если полностью мы подведем все эти числа, Фибоначчи, соотношение, иными словами, то в целом любое рыночное движение, соотношение тела, либо события можно подвернуть либо к времени, временному соотношению, либо к численному соотношению. Неважно, что мы меряем, будь то тело, рыночное движение, либо время. Исходя из этого, также и меряется движение на рынках. Но в целом, что хочу вам донести. Рыночное соотношение, которое измеряется в числах Фибоначчи, оно не является как точный уровень. Да? Соотношение у нас просто показывает определенную область. В целом, даже сам Доу Джонс, когда писал и нарабатывал свои какие-либо наработки, он говорил о том, что серия каких-либо минимумов, если это формируется уровень, поддержки либо сопротивления, это не является уровнем. В более широком понимании он говорит о том, что нужно рассматривать уровень не как серию с точек, а как зону. В нашем случае уровни Фибоначчи это также не будет конкретное число, это будет определенная зона, от которой актив имеет более высокую степень вероятности оттолкнуться, либо пойти дальше. Их в нашем случае мы будем использовать также как дополнительные ориентиры. Но вот это число, оно не всегда 100% отрабатывает, чтобы к нему подошли и отскочили дальше по тренду. Именно исходя из этого, числа Фибоначчи мы будем использовать как визуальные ориентиры, а не как точные ценовые метки, от которых 100% мы должны дальше уйти. Кстати, по числам Фибоначчи, также что хотел добавить, множество из вас, кто пользуется когда-либо этим фотокамерой, на телефоне, там есть такая сетка, когда вы включаете, эта сетка также нарисована по числам Фибоначчи, это именно как раз-таки четкое соотношение, когда вы попадаете какой-либо из линий, которые нарисованы на этой сетке, тогда вашему глазу просто более лучше воспринимать картинку, которая есть. Я думаю, вы это знаете. И числа Фибоначчи также в том числе у нас с вами формируются исключительно именно по нашей линии. Что хотел... вопросы, возможно, остаются. Дивергенцию также обсудим, о дополнительных различных индикаторах.
Итак, что самое основное? Самая основная суть, которая заключается в нашем всей теории Эля, это то, что рынок по своей структуре, он может иметь как трехволновку, так и пятиволновку. То есть в волне более старшего таймфрейма может размещаться более мелкие линии. Переходя на графики, сейчас, минуту, так, давайте будем переходить, так, минуту, так, минутку, стоп, так, секунду. Ага, сейчас. Так, минуту, сейчас переведу экран. Так. Сейчас. Так. Я просто недавно переключил экран. Так, сейчас попробуем его зацепить. Так. Оп, отлично, все, получилось. Так, если всем видно график, отпишитесь, да, нет. Просто перед трансляцией я немножко перевел график в другую сторону, так, добавил один экран. Так, да, вот вопрос есть, как использовать уровни сопротивления и поддержки в волновом анализе. Так, отлично, все видно. Так. Давайте остановимся на графике. Сейчас обсудим волновой анализ и как использовать уровни поддержки сопротивления. Итак, переходя к терминалу, давайте на S&P 500 перейдем. Переходя к терминалу, сейчас покажу вам, как формируются линии у нас конкретно в MetaTrader, как эти линии, как с ними работать и что вот они означают. Я надеюсь, у всех из вас установлен MetaTrader, и все мы с вами можем пользоваться MetaTrader. Итак, для анализа графиков с помощью волновой теории Эллиота нам нужно добавить один индикатор. Этот индикатор вставлен и уже интегрирован в платформу MetaTrader, ничего дополнительного вам скачивать не надо. Вам нужно перейти в раздел «Вставка», дальше «Индикаторы», дальше «Пользовательский», и здесь у нас с вами есть такой индикатор, который называется «Зигзаг». Его мы с вами добавляем на график, и он как раз-таки нам будет рисовать все наши волны. И с его помощью мы сейчас будем все определять, все метить и рисовать наш график. Вот, добавляем зигзаг, то есть входные параметры здесь у вас стандартные вы оставляете, и переходя на график, вот он вам будет рисовать вот такие вот волны. Так, давайте на более старший таймфрейм. Так, я надеюсь, всем все видно, всем всех все хорошо видно, так? Так, минуту. Ага, да, минуту. Так. Так, все, растянул. Я увеличил изображение графика. Так, я думаю, все вам видно. Я просто транслирую экран еще. Да, все видно, спасибо, отлично. Итак, как мы с вами говорили, в данном примере мы рассматриваем фондовый индекс S&P 500. И начинаем мы с вами с 8 ноября, да, вот как раз-таки вот с этой вот импульсной волны. Если перейдем на более старший таймфрейм, то тут здесь более четко все прослеживается, да, более четкие линии, более четкие движения. В целом зигзаг всегда рассматривает максимум какой-то определенный и минимум.
из этого периода он как раз-таки рисует импульсную волну, либо коррекционную. А в нашем случае, вот, к примеру, сейчас мы имеем первую импульсную восходящую волну, которая началась примерно в 06.28, в первый месяц лета. Так. Вот, с этой точки мы рассматриваем. То есть у нас есть импульс, так, после которого дальше идет коррекция. То есть то, о чем мы с вами говорили. И дальше у нас продолжение импульса вверх. В целом, на каждое из движений, то, что я вам говорил, может быть, ну, в форме там, треугольника, либо в форме коррекции. Вот давайте остановимся мы как раз-таки на этом. Минуту. Вот как раз тот момент, о котором я с вами говорил. Это именно коррекция. Вот, смотрите. В нашем случае на старшем таймфрейме коррекция выглядит просто такой нисходящей небольшой линией. Если мы перейдем на более младший таймфрейм, то есть на H4, то здесь будет такая уже целая коллекция, видите, с этих вот таких вот нисходящих линий, здесь целая уже какая-то структура сформировалась. Но на более старшем таймфрейме это просто такой небольшой нисходящий импульс, и на этом как бы все. А, это то, о чем я вам говорил. Здесь, ну, вот четко можно проследить тот момент, что в более старшем таймфрейме мы имеем просто набор одной какой-либо импульсной волны, да, либо коррекционной. В мелком таймфрейме у нас имеется множество таких вот маленьких движений и шумов. В нашем случае здесь вот четко видно, что у нас формируется такой треугольник, да, если переместим на более так линию. Вот, смотрите. Есть. Вот, как видите, после каждого максимума, да, предыдущего и следующий, последующий максимум и минимум, они становятся все ниже и ниже. То есть они, грубо говоря, заходят в такой туннель. Видите, небольшой. И каждый максимум, следующий за ним, он все ниже, 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 ниже. И они в целом зажимаются в такую и сжимают такую пружину. И дальше происходит импульс вверх. В целом, каждый, ну, из рынка, вот то, что я вам также до этого говорил, есть импульс, да, какой-то, и коррекция в нем может быть как просто представлена одной какой-либо линии, также имеет трехволновую структуру. А в нашем случае коррекция здесь была вот такой большой пятиволновой структурой, да, и в ней было множество таких вот восходящих, нисходящих импульсов. До этого коррекция имела три формы. В целом, лучше всего ориентироваться, безусловно, на те моменты, когда у нас формируется коррекция и как она идет. Зачастую анализ рынка проводится с более старших таймфреймов на более младшим таймфреймам. То есть мы и трейдеры, которые анализируют рынок, исходя из волновых теорий, они со старшего таймфрейма переходят в младший, потому что они видят более глобальную структуру, да, и от нее уже перекатываются в более мелкой структуре. В целом, если рассмотрим сейчас график, то что мы можем увидеть? Что у нас был во время избрания президента Трампа импульс, который дальше продолжался. После него сформировалась небольшая коррекция, и после которой мы дальше идем дальше, ну, вверх по тренду. При более мелком соотношении у нас были дополнительные какие-то коррекции. То есть это первая волна, но она не была такой вот чистой, которая бы она могла быть. Да? Она в себе имела более мелкие такие нисходящие коррекционные движения. Если мы откроем часовой таймфрейм, то здесь этих коррекций будет еще больше. Видите? То есть весь этот импульс, который был ранее, так, давайте не будем отматывать график, он в своей структуре имеет более такие, ну, как сказать, скачки, и этот зигзаг нам рисует еще большее количество этих разных волн. Но в целом, в глобальном, так сказать, понятии, мы с вами рассматриваем, так, секунду, трендовая линия, мы с вами рассматриваем первоначальный импульс, который был, да, и его просто дальнейшее продолжение. Его развитие продолжается. Но на более мелком таймфрейме здесь, безусловно, появилась коррекция. На более старшем таймфрейме его нету. Чем меньше вы будете спускаться, тем большее количество волн у вас будет. То есть внутри дня их может быть несметное количество. Они могут ходить как угодно. То есть их может быть огромное большое количество. А в зависимости от того, ну, какой актив, там, ну, может быть все что угодно. А, и в целом здесь запутаться достаточно сложно. А волны и движения по ним меняются достаточно часто. Но в целом
когда рассматривают, то есть рассматривают как минимум от часового графика, и от него уже в целом исходит все ниже и ниже и ниже. Зачастую на рынке присутствуют шумы. Так, и вот наш с вами индикатор зигзаг часто к ним и будет обращаться. Но в первоначальном базисном варианте, так давайте перейдем к доске, всегда ориентируются на минимумы и максимумы, как ну, основные ориентиры движения. То есть в нашем случае все волны, чтобы вам не путаться, всегда рисуют по максимумам и минимум дня. То есть то, что вам рисует зигзаг, это, ну, как сказать, более такая автоматическая форма. В нашем случае вы всегда ориентируетесь именно на минимумы и максимумы дня. Всегда за расчет берут именно их. У нас есть точка импульса в начале дня, тот момент, от которого мы исходим. И мы до какого-то момента растем. Это как раз-таки и будет у нас импульсная волна в рамках внутридневной какой-то стратегии. Дальше идет откат. Так? После чего, ну, от этого максимума, либо минимума, в нашем случае это будет хай. Так? После него формируется откат, и дальше мы уже начинаем работать. А как мы определяем, существует тренд либо нет? Внутри дня этих трендов ну, не может быть, так, к примеру, либо мы их просто не видим, либо мы не используем никаких индикаторов, а просто смотрим на графики в рамках волновой теории Эллиота исследуем. Первый вариант, который делают, увидя какое-либо импульсное движение, все начинают использовать числа Фибоначчи. Исходя из числа Фибоначчи, когда вы их наносите на график, у нас идут следующие коэффициенты, там 0,3, 0,50, 0,61 и 0,23,8. С помощью данных чисел Фибоначчи зачастую и начинают мерить коррекцию, то есть насколько глубока наша, ну, глубина нашей коррекции может быть. Итак, в нашем случае мы берем наше последнее импульсное движение, которое мы сейчас рассматриваем, и треугольник, в который мы забились и вышли. MetaTrader также позволяет эти числа Фибоначчи добавить и с помощью их работать. Вот они у нас есть в окне вставка, дальше Фибоначчи и дальше линии, вот F. Соответственно, мы определяем с вами минимум, от которого мы работаем, и тянем числа Фибоначчи до максимума, в котором у нас были сформированы. Вот они у нас есть. Вот. Исходя из этих чисел Фибоначчи, каждая из них определяет зону определенную, с которой мы можем отталкиваться и идти дальше. В целом коррекция ну, имеет место быть прямо вплоть до уровня 61,8. То есть это максимально глубокая коррекция, которая допускается на первой волне. В нашем случае, если первый уровень 61,8 пробивается, и мы закрепляемся ниже и ниже идем, тогда Фибоначчи у нас просто-напросто отпадает, и у нас идет дальше тренд уже в обратную сторону. В целом на первой волне наиболее актуальные зоны выступают уровни именно 38, и уровень 61,8, то есть это первые уровни, от которых и зоны, от которых может отталкиваться. Зачастую по практике могу сказать, что дополнительно добавляют там 0,71 и так далее. Но в основном в цельном варианте числа Фибоначчи как раз-таки ну, имеют на уме своем, да, это уровень 23,6, 38,2, 50 и 61,8. Также мы имеем сотый уровень, который определяет наш первоначальный импульс. На первой волне наиболее актуальными являются как раз-таки эти значения, то есть 38,2 и 61,8. Это первые числа, от которых может происходить разворот и от которых мы можем пойти дальше по тренду. А помимо этого, способами измерения коррекции мы с помощью Фибоначчи можем также определять ну, силу роста. Сила роста определяется в соотношении нашей коррекционной волны к будущей дальнейшей волне. Значит, каким образом это делается? В нашем случае так. Так, давайте все мы уберем. Вот, все поубирали. Итак, измеряем нашу коррекционную волну. Так, мы делаем примерно следующим образом. Так, стоп, не та фигурка. Фибоначчи. Так, стоп, не туда, немножко не туда. По Фибоначчи мы можем также определять потенциал роста, который у нас может сформироваться. Для этого мы выделяем предыдущий максимум и тянем к предыдущему минимуму. И от него в целом рисуем наш с вами восходящий импульс.
Мы говорили с вами о том, что в случае так, не здесь, конечно же, будет. Давайте выберем какой-либо другой инструмент, потому что я здесь не смогу просто, ну, более качественно показать все эти уровни. Давайте по вашему желанию по числам Фибоначчи посчитаем коррекцию либо импульс по какому-либо инструменту, который вы хотите. Так, блин. Рабочий стол. Так, минутку. Повтор, давайте. По числам Фибоначчи не успел прочитать ваше сообщение. Так. Так. Начиная с чисел Фибоначчи. Да. Не успел переключиться. Так. Так, всем все видно? Давайте начнем с этого. Всем график видно? Так, на меня посмотрели, теперь давайте на график посмотрим. Так, всем все видно. Сам с собой поговорил, отлично, теперь будем с вами общаться. Так, по поводу... Экран переключил, всем ли все видно? Может быть, опять еще на себя смотрю. Так. Так, прошу прощения, конечно же, что не успел переключиться. Все, отлично, график виден. Давайте выберем для анализа любой ваш инструмент, который хотите, и померяем глубину коррекции. Покажу, как мы это с вами делаем. То есть в нашем случае мы анализировали сейчас индекс S&P 500, говорили о том, так, давайте его еще раз добавим. Добавляем зигзаг мы следующим образом. Вставка индикатор пользовательский, и здесь у нас с вами есть зигзаг. Вот. Вот он нам рисует все наши волны. Так, евро-доллар. Окей, отлично, евро-ауд. Золото, поехали, отлично. Итак, пока там мы определяем, пишите, мы сейчас определим, какой инструмент мы пользуем. Пока в дополнение к этому, еще раз, вот зигзаг нам рисует волны. В зависимости от старшего к младшему таймфрейму, каждая из наших волн вот, будет в себе на более младшем таймфрейме иметь большее количество этих разнообразных волн. То есть давайте вот примерно возьмем, к примеру, возьмем наш импульс, так, на более младшем таймфрейме вот этот импульс будет выглядеть так. То есть здесь будут коррекции, небольшие такие вот снижения. Также мы дальше с вами обсуждали, и на D1 виднеется следующая структура. То есть на D1 здесь видим коррекцию, так. Если перейдем на более младший таймфрейм, эта коррекция сопряжена с таким вот небольшим треугольником. Видите, то есть есть максимум, есть минимум, и каждый максимум, который следует за ним, они зажимаются в такой вот треугольник. То есть, грубо говоря, каждый из них, давайте если так вот отметим, линии, вот, они, видите, у нас идут минимумы и максимумы ниже предыдущей, и мы сжимаемся в такую пружину, вот, и так дальше, после которой идет импульс дальше вверх. То есть каждый последующий максимум-минимум все ниже и ниже, ниже предыдущего, и мы сжимаемся, и дальше происходит импульс. Это тот момент, о котором мы с вами говорили, о том, что коррекция и коррекционная волна, она, ну, может быть и нелинейная, то есть она может быть в форме треугольника, либо в форме нисходящего импульса, нисходящий импульс будет трехволновка, либо просто флэт. Так, определились, наверное, с евро-долларом. Окей, давайте будем рассматривать тогда евро-доллар. Итак, по евро-доллару
Очень часто эти структуры, ну, и в последний момент очень хорошо видно. То есть, если даже смотреть, ну, таким вот простым взглядом, да, то все движения, давайте на более старший таймфрейм перейдем, на D1, имеют в своей структуре, ну, вот сейчас, вот, у нас есть импульсная волна, коррекция, дальше импульсная волна. Добавив на график зигзаг, это станет видно более четко. Так. Вот. Давайте с этого момента и начнем. Угу. Вот. Импульсная волна, затем коррекционная, дальше еще дополнительная импульсная волна, и все. На этом как бы тренд заканчивается. То есть здесь четко прослеживается трендовое движение. Трехволновка по пятиволновая структура движения по Эллиоту. Значит, первый импульс, следующий за ним. И, как я вам говорил, четвертый импульс у нас коррекционный, пятый самый слабый, дальше вниз мы уже не пробиваемся. После этого разворот. Но в целом, если более, ну, на более старший таймфрейм переместиться, то у нас просто такое небольшое движение вниз происходит. То есть мы здесь более глобально, да, должны рассматривать каким образом. У нас есть импульсное движение, которое началось еще в 2014 году. Дальше мы в это импульсное движение закончили и встали в консолидацию. То есть в нашем случае коррекция происходит не в формате импульс, коррекции дальше по тренду, а таким вот флетообразная коррекция. То есть просто в рамках импульсной волны. То, что я вам ранее рисовал, давайте перенесемся на график, камера. То есть то, что я вам показывал, идет так. Идет импульс и флет небольшой, после которого дальше мы идем по тренду. Это также ярко видно как раз-таки в нашем случае. Так. Вот. То есть в целом коррекции, как, ну, по себе они не развиваются просто линейно, а они двигаются более, вот так сказать, хаотично. Поэтому, переходя на более младший таймфрейм, давайте посмотрим, ну, в разрезе сегодняшнего дня, что мы имеем на теперешний момент. Опять же, у нас был конец нашей более старшей волны. Давайте отметим этот уровень, дно наше, так сказать. Вот. У нас было снижение к этому дну, мы подошли к нему, и дальше у нас развивается восходящее движение. Восходящее движение в своей структуре зигзаг немножко нас путает, проходило нелинейно. То есть здесь давайте так. Мы определили с вами, что у нас была первая импульсная волна, дальше мы встали в коррекцию, вот коррекционное движение. После этого дальше тренд продолжился, который завершился на формировании вот четвертой волны, и после этого встали в консолидацию. Сейчас мы идем на повышение. Что здесь видно? В первый момент виднеется вот рост. Дальше снижение. Как я вам говорил, снижение идет не линейное, а более такое хаотичная его структура, то есть вот такие вот выпады. Как эти все выпады мерят с помощью чисел Фибоначчи? Вот то, на чем мы с вами остановились. Так, на графике все видно. А в MetaTrader у нас сразу же встроены границы Фибоначчи, с помощью которых мы с вами сможем померить коррекцию, есть она либо нет. Коррекция определяется следующими областями. Заходим в графу Фибоначчи, дальше у нас идет линия. Каждая из линий, в случае, если мы меряем коррекцию, мы выделяем, так, минутку, минимум, старт нашего импульса, и тянем его к максимуму. Вот, отлично. Эти линии как раз-таки и формируют наши области, наиболее вероятные точки отклонения рынка, то есть точки там, где у нас изменяется тренд и изменяется тенденция, то есть продолжается дальше тренд в рост. В нашем случае есть нулевой меридиан, после пробития которого можно использовать для формирования новых и новых сделок. Коррекция определяется следующими уровнями. Она актуальна при первой волне на уровнях 38 и 61.8. То есть по моим наблюдениям я определил следующее, что зачастую разворот рынка, ну, всегда происходит на, ну, когда у нас идет первая волна, на уровнях 38.2 и 61.8. То есть зачастую
при первой импульсной волне у нас не происходят какие-либо сильные заходы ниже этого уровня. Как видите, в нашем случае эта теория полностью работает и оправдывает себя. То есть у нас был уровень 38,2 и ниже него, актив снижался, но ниже него не пробил. Максимальный уровень, до которого может происходить коррекция, это уровень 61,8. То есть мы с вами определили следующую структуру, о том, что если у нас какое-либо есть импульсное движение, и в нашем случае мы его можем как раз-таки мерить с помощью чисел Фибоначчи. Давайте более уточненно все это проведем. Итак, исходя из теории Доу Джонса, что мы с вами знаем? Мы знаем с вами, что тренд — это серия повышающихся минимумов либо максимумов. Когда у нас изменяется тренд? Тренд у нас меняется, когда новые максимумы либо новые минимумы не выше, либо... Сейчас, секунду, давайте я больше на график перенесусь. Изменяет свою структуру. Смотрите, у нас есть нисходящее движение. Так, все видно? Вот, как по евро-доллару. И мы упираемся в какую-то линию. Есть первые максимумы. Вот. Постепенно рынок начинает отбиваться от какого-то уровня. Так, и каждый максимум уже... становится выше предыдущего. Когда происходит такая ситуация, нам нужно сразу же свой взгляд переносить на минимумы дня. Как они формируются? Если каждый последующий минимум формируется выше предыдущего, то можно смело говорить о том, что у нас формируется тренд в противоположную сторону. У нас произошел разворот. Мы сейчас не обсуждаем фигуры, которые здесь были ранее. Самая основная задача и самый основной постулат – смотреть как раз-таки за минимумы и максимумы дня. Если у нас переписывается хотя бы один максимум, да, в случае этого нашего нисходящего тренда, тогда можно говорить о том, что сформировался разворот, и мы уже идем дальше вверх. Мы смотрим подтверждение, а минимуму. Выше ли предыдущего минимума? В нашем случае вот есть минимум 1 и есть минимум 2. Мы закрываемся выше него. Окей, следующий день выше. Значит, все, у нас формируется тенденция на повышение. Соответственно, в более широком понимании у нас была нисходящая волна, так, импульс. И этот импульс завершился. А завершился он как раз-таки тогда, когда минимумы наши с вами стали выше, чем предыдущий минимум. То есть, если мы обсуждаем день, есть минимум, на который мы вот спустились, да, точка самая минимальная. Следующий день выше, следующий день еще выше. Вам не нужно ориентироваться по множественным данным, как там ходят линии, как там график бегает. Просто ориентируйтесь на экстремумы. В нашем случае максимумы каждый день снижались. Вот сейчас максимум уже не снижается, а находится или на одном ценовом промежутке, либо они уже выше предыдущих ценовых промежутков и начинают повышаться. Ориентируемся на минимальные значения. Если они также повышаются, это говорит о том, что тенденция у нас начинает идти на рост. Поэтому в более широком понимании нужно рассматривать, что у нас пошла новая волна. До того момента, как это условие не соблюдается, новой волны и не будет. Да? А зигзаг помогает нам определять эти волны. Соответственно, каждое новое движение, либо каждый новый максимум, либо минимум в рамках внутридневной стратегии, да, можно рассматривать как точку начала, либо точку конца. В нашем случае, если это будет день, так, то любое движение, которое было, и переписывание максимума либо минимума как раз таки можно рассматривать как новую волну, да? Что новая волна переписывает максимум старой волны. Но более в широком понимании, в нашем случае с евро-долларом, что я лично вижу? У нас было нисходящее движение по евро. Мы нашли определенный уровень, от которого мы уже смогли оттолкнуться. Дальше проторговались возле него, и рынок определяет, что да, все же есть силы идти вверх. И в этот момент мы видим, что каждый из наших нижних точек все не выше и выше предыдущих значений. Это означает, что у нас сформировалась новая волна. И в своем понимании данной теории я, обращаясь к самым основным постулатам Доу Джонса, исходя из них, это можно расценивать как новый тренд и новый свежий импульс, как первую волну. После этого что мы делаем с вами? Нам нужно определить, ага, у нас есть с вами тренд, окей, отлично. А как же в этот тренд впрыгнуть? Что нам нужно сделать?
Первый момент – это померить и зайти с коррекции. То есть у нас есть два способа. Либо первый – зайти, вот растет и прыгаем. Второй момент – зайти во время коррекции. Во время коррекции можно зайти следующим образом. Мы отмечаем точку, от которой начался импульс, и отмечаем максимум, на которой импульс закончился. И у нас постепенно начала идти коррекция. Для этого мы набрасываем на график уровни Fibonacci. Так? MetaTrader дает стандартные уровни 23,8, 30, я точно не помню, 38,6, там, насколько помню. Так, 50, половина, то есть и 61,8. Зачастую на первой волне самым оптимальным образом и самым лучшим образом себя показывает именно уровни 38,6 и уровень 61,8. То есть это две первые точки, от которых рынок отталкивается и ниже которых рынок не идет. Очень редко, если вы правильно определяете тренд, ну, я думаю, здесь его определить несложно. Серия повышающихся минимумов – это тренд. Все, отлично, идем в одну сторону. Рассматривать в нашем случае нужно не какие-либо часовые движения. Начинайте лучше с дневных, динамики дневных свеч. В нашем случае как это будет выглядеть? То есть каждый дневной минимум исследуйте. Если он выше предыдущего, это говорит о том, что в среднесрочной тенденции у нас формируется тренд на повышение. И мы идем дальше вверх. В нашем случае вы определяете то, что идет рост, окей, и хотите зайти с какой-либо коррекции. В нашем случае нужно определить минимум, точку старта, откуда мы начали. В нашем случае это последняя, вот эта пятая волна, ее разворот, который мы сейчас увидим по евро-доллару. И вы отмечаете точку максимального импульса. В нашем случае вы, к примеру, можете даже открыть график и видеть, что немножко евро-доллар падает. Ну, просто там немного снижается. В целом, вы просто отмечаете уровень старта, накидываете Fibonacci, и он нам всем эти уровни раскидывает. На этих уровнях можно ставить либо отложенные ордера, либо ставить уже алерты. И при подходе цены к ним начинать формировать позиции на покупку. А сделку можно разбивать на две части. К примеру, каким образом это можно сделать? Открывать сделку первую, там примерно, вы заходите, хотите зайти в сделку одним лотом, да? Вы разделяете сделку, к примеру, на 0.3 и на 0.7. При подходе к первому уровню вы формируете, набираете первую часть, при подходе ко второму уровню вы формируете дополнительную часть и стоп ставите либо за границу Fibonacci, либо там за минимум, который есть. Так? И все, в целом, часть сделки у вас набрана. Также можно стопы ставить за границы авточертиста, который вам советник авточертист рисует. Дополнительно об этих всех параметрах я рассказываю на своих обзорах. Либо завтра уже будет вебинар по авточертисту. Но вернемся к волновой теории Эллиота. Соответственно, если у нас есть тренд и серия максимумов, мы здесь не рассматриваем, а минимум дальше повторяется, минимумы все выше и выше и выше, это сразу же увеличит ваши шансы, то, что мы пойдем дальше вверх. То есть зачастую тренды, они имеют срок жизни, они всегда продолжаются, да, но не вечно. Но у вас больше шансов прыгнуть в тренд, чем оказаться не в тренде. Поэтому если вы видите серию повышающихся максимумов, да, можно говорить о том, что тренд у нас сформирован, и можно начинать искать коррекцию. Коррекцию мы ищем и формируем позиции как раз-таки на уровне Fibonacci. Так, минуту. Давайте я посмотрю на ваши вопросы. Возможно, есть. Можно автохартиста? Да, можно. Так, авточертист убрали. Для того, чтобы изменить цвет линии Fibonacci, они, скорее всего, в стандартном режиме вам выбиваются там желтыми, их не видно. Для этого вам нужно зайти в, нажать правой клавишей на графике, нажать кнопку «Список индикаторов», дальше, «Список объектов», и перед вами будет такой огромнейший список. Вам нужно найти просто одну вкладочку, она называется «Fibo». Видите, да? Так, Fibo, да. После этого вы нажимаете кнопку «Свойства», и перед вами как раз-таки будет возможность изменить эту,
эти линии FIBO. То есть вы меняете цвет, давайте я поставлю вот другой, толщину линии здесь можете изменить, либо также дополнительно добавить какую-либо свою, свой уровень. Так, нажимаете ОК, все, видите, линии Fibonacci у меня цвет свой изменили. Да, все правильно, по 50-й FIBO очень редко, ну ее не используют, потому что это половина движения, она добавлена как индикатив, и ее редко как бы кто использует. Зачастую в своей торговле все используют числа 23,6, 38,2, 61,8. Дальше, дополнительно ко всему этому, используется также, ну, с помощью чисел Fibonacci можно измерить силу роста, то есть насколько сильно мы можем расти в ту или иную сторону. Так, делается это также с помощью чисел Fibonacci. Так, минуту. Давайте удалим. Так, давайте. Так, сейчас очистим график, я удалю авточертист. Вот, все. Теперь чисто график у нас, и будем рассматривать с вами чисто движение по Fibonacci. Итак, мы с вами определили первый импульс как вот давайте то, что я вам рассказываю на доске, сейчас буду переносить на график. Итак, мы с вами видим следующую динамику по евро-доллару. Мы видим, что каждый максимум, который по нему формировался, вот он у нас идет ниже предыдущего. Вот максимум раз, следующий максимум, максимум следующего дня ниже. Дальше у нас ниже. И тут начинаются первые сигнальчики. То есть раз сформировался, выше предыдущего максимума закрылся. На следующий день уже опять же выше. Но при этом, смотрите, минимумы у нас не переписываются. То есть у нас минимумы не повышаются. Поэтому говорить о смене тренда пока что не приходится. А в целом, ну, бывают отклонения. Тренды, они нелинейные. И допускается, что в целом может происходить какое-либо отклонение. А что мы видим дальше? Дальше у нас опять этот максимум предыдущий переписывается, и все продолжается по новой. Максимум, видите, следующий за ним максимум, и они также идут ниже, ниже предыдущих. То есть тренд идет на снижение. То есть в целом всю эту структуру можно рассматривать как небольшую коррекцию. Но в дальнейшем что у нас происходит? У нас на следующий период формируется ситуация, когда переписывается наш с вами хай. Он пробивается, так, но закрепление выше него не происходит. На следующий день опять повышаемся и уже переписываем довольно более смело, да, то есть движение начинается более сильное. Вот, видите, опять дополнительный максимум, и он переписывается. Идем дальше. Следующий день опять дополнительный максимум, и каждый день мы идем все выше, выше и выше. В целом мы видим также, что и минимумы, которые у нас формируются, они выше предыдущих, то есть вот был минимум. Давайте на H1 перейду, более ясно будет картина выглядеть. Вот был минимум, так, следующий день, минимум выше, следующий день, опять минимум выше. Это свидетельствует о том, что, смотрите, у нас раз день, два день, три день, каждый минимум выше предыдущего. Все максимумы переписываются. Мы можем начинать говорить о том, что тренд изменил ход. То есть, если раньше у нас был тренд на понижение, каждый дневной максимум, который был, он был ниже предыдущего дня. Давайте откроем, посмотрим. Вот, смотрите. Мы снижались, был максимум, следующий день ниже. Вот дневной, ну, дневной максимум это есть открытие. Дальше, ниже. Здесь, ну, так, небольшое перебитие, да, но в целом не получилось закрепиться выше максимума. И дальше снижение. Когда у нас происходит закрепление выше максимума дня, вот, тогда можно говорить о том, что тренд постепенно начинает сбавлять свою силу. Вот, видите, максимум есть. И мы закрепились выше него. Раз закрепились, окей. Видим следующий максимум, на следующий день опять выше него закрепились и так дальше. Опять же, нужно следить за этими вещами, и если вы видите, что у нас движение начинает нарастать, то есть максимумы начинают становиться все ниже и ниже, либо минимумы начинают становиться все выше и выше, тогда можно говорить о том, что тренд
И если максимум все ниже и ниже, как в нашем случае, вот, максимум ниже и ниже, что тренд нисходящий. Если минимумы все выше и выше начинают повышаться, тогда можно говорить о том, что тренд начинает формироваться вверх. В этот момент как раз-таки нужно включать волновую теорию Эллиота и начинать после импульсного движения в обратную сторону, то есть после того, когда у нас был нисходящий тренд, у нас будет восходящее движение. Мы такие начинаем мерить нашу глубину коррекции, какая она может быть. Глубину коррекции как раз-таки мы меряем через числа Фибоначчи, и зигзаг вам просто помогает определить, насколько глубоко, вот эту саму линию, да, то есть чтобы там не теряться просто, да, не от ближайшего минимума, не рисовать Фибоначчи. В целом, если мы просто добавим сейчас Фибоначчи, вот, что здесь мы увидим? Вот, видите, то, что я вам говорил, то есть 38,2, четко уровень отрабатывается, от него дальше идет. Если мы добавим так, к более высокому графику, так, более, ну, до ближе следующего, так, стоп, не тот. Вот. То здесь также видим, видите, что 38,2 также четко отрабатывалось, то есть коррекция до 38,2 и дальше вверх. Если у вас не получается это соотношение определить, может быть две ситуации. Либо по старшему таймфрейму вы неправильно определили тренд, либо тренда как такового нету, мы просто стоим во флете. Согласитесь, искать здесь Фибоначчи, по Фибоначчи что-то мерить здесь не имеет смысла. Почему? Потому что мы заходим во флет. Просто тренд постепенно останавливается. В такие моменты, когда тренд останавливается, в целом, тренд в целом уже и заканчивается, поэтому мерить с помощью Фибоначчи какие-либо уровни здесь уже не имеет смысла. Фибоначчи хорошо работает только на новых сформировавшихся трендах. Четвертую и пятую волны мерить с помощью Фибоначчи — это не благое дело, они там уже не будут работать. На первых волнах, когда тренд только зарождается, коррекцию можно споймать с помощью чисел Фибоначчи. Также можно ее споймать, если вы в рамках внутридневной торговли видите какой-то импульс сильный, будь то он вверх, либо вниз. С помощью чисел Фибоначчи вы можете также посчитать коррекцию, которая может быть, и от нее уже, в принципе, зайти. В нашем случае мы четко здесь с вами видим, что у нас была серия восходящих минимумов, которая подсказала нам о том, что тренд начинает идти вверх. И от нее мы отталкивались, мы определили с вами, что зарождается новый тренд, мы идем выше, дальше вверх, и это мы все использовали для нанесения Фибоначчи, для измерения глубины коррекции. То есть при первой линии наиболее актуальными уровнями у нас оставались уровень 23,6, уровень 38,2 и 61,8. То есть от этих уровней мы отталкивались. Дальше, в принципе, коррекция не происходит. Но в целом оставляем их, чтобы так визуально немножко ориентироваться, что куда и как. Так, помимо этого, Фибоначчи еще также используется для измерения силы роста. То есть их с помощью можно также померить, насколько далеко и сильно мы можем пойти. То есть мы можем сопоставлять силу второй волны с силой третьей волны. В нашем случае, в более глобальном понимании, я бы рассматривал вот это коррекционное движение как вторую волну, а вот это движение, которое было после нее, как уже третья волна, самая сильная. В нашем случае здесь полностью теория подтверждается. Первая импульсная волна, она начинающая, она имеет силу, но не такую значительную, как третья волна. После нее формируется коррекционное движение и дальше движение по тренду. В целом, с помощью Фибоначчи также можно определить динамику движения третьей волны. Для этого нужно определить максимум, так, и протянуть линии Фибоначчи к своим минимумам. С их помощью можно определить, насколько сильно будет двигаться тренд дальше, и третья волна дальше будет расти. Давайте перейдем на график. Я вам покажу, как определяется, как соотносится вторая и третья волна. Так, пока все вытираю. Можете написать какие-либо свои вопросы, все ли понятно. То есть я думаю, определить тренд можно. Даже для новичка это все можно сделать. Так, если есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, буду рад отвечать по восходящему, нисходящему тренду.
Так, давайте, все ли вам видно, все ли вам слышно. Давайте я посмотрю. Так. Так, покажите пример волновой разметки на графике. Я показал волновой пример волновой разметки на графике. Если мощная новость выходит посреди цикла 2 и 3. Так, она рождает новый цикл первый или цикл продолжается? Зачастую, если вы правильно определили динамику движения, на Форексе очень часто ситуация заключается в следующем, что циклы роста либо движения, они идут помесячно. То есть зачастую рынок идет в ту или иную сторону от месяца к месяцу. И рынок может не идти, когда просто мы можем стоять во флете определенный месяц. Это тоже будет определенное движение. Мы с вами говорили, что тренды бывают восходящие, нисходящие, а также во флете. То есть нету поступающих каких-либо новых данных, и из-за этого мы просто стоим во флете и никуда не движемся. А во флете, как вы сами понимаете, волновая теория Эллиотта работать не будет. Поэтому, определив правильно тренд, мы сможете понять, как мерить глубину коррекции. По поводу мощной новости. Мощные новости, они как раз-таки формируют первый импульс. Зачастую после выхода каких-то дополнительных новых факторов рынок их уже игнорирует. Да? Либо откатывается, но в целом идет дальше по тренду. Если вы правильно сориентируетесь, да, правильно определите серию максимумов и минимумов, и просто начнете рассматривать с более старшего таймфрейма до более младшего, вы сразу же начнете понимать, что рынок, он сам по себе, он ходит как раз-таки вот этой нашей структурой. То есть идет импульс, откат, импульс, откат. Бывают, безусловно, дни, когда мы растем, но расти бесконечно долго мы не можем. И мы просто формируем небольшие откаты либо коррекции. Они как раз-таки полностью укладываются в нашу волновую теорию Эллиотта и соотносятся. Они следующими моментами. Итак, мы определили с вами, что вторая волна ограничена. Здесь у нас будет уровень 0, дальше у нас идет уровень 38,6 и уровень 61,6. Дальше следующая волна, она соотносится с третьей волной. В целом, когда вы переносите Фибоначчи, переворачиваете на него, они рисуются следующим образом, 161,8. То есть, грубо говоря, это та же 61,8 просто с добавлением единицы. То есть она, вторая волна, в 101,61,8 раза больше, чем третья волна. Зачастую рынок доходит к нашим первым ориентирам. И первая цель, которая выступает, это как раз-таки наш первый уровень. Дальше дополнительные зоны выступают, откуда мы можем скорректироваться. В целом, при достижении первых двух зон рынок как раз таки откатывается и показывает какую-либо коррекцию. В целом это можно использовать как ориентир для своих первоначальных целей. То есть зачастую к уровню 161 имеем все шансы дойти. Дальше, следующие уровни, выше мы зачастую не идем. Либо останавливаемся выше там какого-либо второго уровня, который есть. Сейчас, когда мы наносили Фибоначчи, да, это было ярко видно. Так, мы мерили коррекционную волну, мы соотносили с, секунду. То есть, смотрите, вот у нас с вами пример, в чем он, смотрите. Мы мерили коррекционную волну, мы ее рассматриваем как первую, это вторая волна и это третья волна. То есть импульс максимум достигал уровня 161,8 и после него, как видите, началась такая стагнация. Дальше мы уже никуда не дошли. И мы с вами говорили о том, что это не четкий уровень, а целый диапазон, в рамках которого актив выше уже идти не может. Соответственно, когда мы достигли эту область, мы уже постепенно начали консолидироваться и показывать небольшие откаты. То есть, в целом, я думаю, с этой области мы можем вполне спокойно увидеть откат. Какой он может быть? Это у нас с вами будет уже четвертая волна. И четвертая волна, она наиболее такая слабая. Четвертая волна меряется также следующим образом. То есть, опять же, нам с вами нужно определить начало третьей волны. Начало у нас будет... Так, линия. Вот. И коррекция. Какая она может быть? Итак.
Вот. То есть в целом коррекция может достигать уровня 23,6, не более. Зачастую ниже этого уровня мы не снижаемся. А также должны для себя определить уровень, наш предыдущий уровень максимума, ниже которого мы также не должны спускаться. То есть мы определили с вами вот предыдущий максимум, и это означает, что ниже него актив не спустится. В целом четвертая волна является одной из самых сложных волн. Почему? Потому что структура ее наиболее хаотичная. Зачастую все участники во время этого движения выходят с рынка, и она может быть как зигзагообразная, так и треугольником, там как флэт. То есть она наиболее неправильная и наиболее хаотичная. В этот момент все, кто торгует в этой четвертой волне, несут наибольшее количество убытков. То есть в целом очень сложный момент в рынке. Лучше дождаться либо формирования нового импульса, либо не сидеть в рынке. Как видите, четвертая волна, ну, очень характерное движение. Вот как раз таки сейчас у нас есть максимум, так, и мы успешно этот максимум перерисовываем, снижаемся, и на следующий день также снижаемся. То есть три дня подряд мы снижаемся, идем вниз. То есть первый максимум, следующий за ним, ниже предыдущего и дальше. Успешно мы пробиваем минимумы, которые были сформированы в дне, и идем дальше. То есть сегодняшний минимум, он у нас также идет ниже предыдущего. То есть в целом мы идем дальше по тренду. То есть как только мы еще дадим такой небольшой сигнал, да, следующий максимум дня будет ниже предыдущих этих максимумов, тогда да, безусловно, можно говорить о том, что мы идем ниже и ниже, у нас тенденция на снижение формируется. Примерно таким образом мы определим то, что тренд у нас меняется, и можно будет говорить о том, что все, рост у нас постепенно заканчивается и формируются новые движения вниз. Я думаю, в целом оно в ближайшем времени как раз-таки и будет. После него как раз-таки будет новая пятиволновка, которая будет дальше вниз спускаться. А с помощью Fibonacci вы можете мерить коррекции, куда мы можем идти, с какой силой. Как-то примерно так. Есть. Покажите пример продолжения волнового движения после коррекции. Продолжение волнового движения как раз-таки я показывал вам на евро-долларе, когда у нас был импульс после минимумов. У нас в начале января был рост по евро-доллару достаточно. Давайте я беру лишние графики. После 1 января у нас был достаточно сильный импульс. Импульс у нас был завершен, мы определили на уровне 1.062. Так. Почему именно этот уровень? В этот момент у нас каждый максимум переписывал, каждый минимум переписывал предыдущий. И в целом эта тенденция продолжилась на протяжении где-то, ну, хотя бы 3 дней. То есть, чтобы подтвердить тренд, ну, вот на часовом графике нужно как минимум 3 дня, да, чтобы мы переписывали минимум предыдущего дня, ну, хотя бы 3 раза. От этого можно отталкиваться. Используя эту аксиому, то есть повторение ситуации более 3 раз, как раз-таки дает нам возможность говорить о том, что есть тренд. Вот как раз-таки это подтверждение у нас было в момент вот где-то примерно этого всего движения. То есть смотрите, открывается рынок, есть минимум, следующий день минимум выше, следующий день минимум выше, следующий день минимум выше предыдущего минимума. Это говорит нам о том, что да, тренд есть. Больше 3 дней мы растем. Каждый минимум больше 3 дней выше предыдущего. Соответственно, я отметил максимум, который был сформирован ранее, и от этого мерю коррекцию с помощью Fibonacci. Я выбираю линии Fibonacci, выбираю старт, точку, и рисую с вами наши с вами коррекционные линии. И мы с вами определили, что максимальная точка снижения у нас отмечена на уровне 61.8. То есть это самая пиковая зона, которую может евро-доллар мог спуститься. А в среднем актив в случае коррекционного движения на первой волне остается в зоне 38.2, следующая зона 61.8, либо эта зона. То есть ниже них он не спускается. Зачастую. Так, ну вот в целом у нас это произошло. У нас был такое движение импульсное вниз,
мы сразу же в рамках внутри дневной сессии откатились и пошли дальше по тренду. То есть в целом движение сохранилось. Ниже до уровня 61,8 дойти мы не смогли, но в целом мы, если бы мы дошли к этому уровню, это было бы ожидаемо. Если было бы ниже, тогда в целом тренд не имел бы смысла. Вот, то есть он, ну, это не было бы тренда. Но в целом такие движения, ну, очень редки, чтобы вот серия таких вот продолжающихся максимумов 3 дня подряд, и тут бух, тренд меняется. Не, безусловно, на рынке может быть все что угодно, но в большинстве своем тренды формируются именно вот таким вот образом. То есть если 3 дня подряд вы видите одну и ту же формацию, что каждый последующий минимум выше предыдущего, и мы торгуемся с какими-либо восходящими импульсами, да, вверх, тогда можно смело говорить о том, что тренд идет на повышение. Пока такого нету, ну, не стоит говорить о том, что тренд есть. Безусловно, может начаться флэт, когда мы отобьемся от этого уровня и пойдем дальше вниз. Но пока есть тренд, работает волновая теория Эллиотта, и с ее помощью можете мерить глубину коррекции и заходить дальше по тренду. Примерно таким образом я также всегда меряю глубину коррекции и рассматриваю примерные зоны, от которых можно было бы зайти в покупку в нашем случае. Так, разметку я нанес. Так, а на таймфрейме ниже H1 также 3 формации нужно соблюдать. На более низких таймфреймах нужно смотреть динамику от более старших таймфреймов. Что я имею в виду? Смотрите, в нашем случае мы сейчас с вами разбирали динамику месячную. То есть в январе начали, и вот в январе и закончим. В целом, вот текущий месяц ярко показал вот эту вот волновую теорию Эллиотта, структуру, как сформируется движение. Переходя на график меньше часового таймфрейма, к примеру, там M15 на внутридневные, да, какие-либо там графики, я рекомендовал бы вам рассматривать движение в рамках недели-недели, то есть начало недели, окончание недели. В нашем случае это будет, к примеру, вот с 2 января по 6 января. Давайте посмотрим. Так, вот 2 января. 2 января. 2 января. То есть, как видите, у нас припала ситуация, что мы зашли в разворот рынка. И в целом, ну, здесь, я думаю, ошибок можно было много наделать. Но здесь, ну, переход, конечно же, года. Так, значит, вот у нас идет начало недели. Мы видим, что с начала недели мы активно снижаемся. Каждый максимум ниже предыдущего, да. Соответственно, начало недели и вот это все снижение, импульс можно рассматривать как начало нового тренда. А зигзаг нам немножко некорректно чертит график и импульс. Его я бы рассмотрел с точки открытия. Так? Соответственно, наносим Fibonacci. Вот уровень открытия рынка. Даже вот мы с роста, максимум, вернее, открытия дня. Вот. У нас пошел импульс на снижение. Было достигнуто пиковое значение, от которого пошел откат. В целом, к максимальной точке, которым мог быть откат, это уровень 61,8. К этому уровню мы не дошли. Остановились максимально близко к нему. То есть если было бы пиковое значение, тогда, ну, перебив его, тогда можно было говорить о смене тренда. Этого не произошло, мы ушли дальше. Давайте посмотрим, что происходит дальше. На следующий день тенденция сохраняется, формируется новый максимум. Он выше предыдущего дня, вот, однозначно, ниже предыдущего дня, однозначно да. То есть тренд на продолжение есть. Нужно искать дополнительные формации для, ну, для продаж. Опять же, наносим с вами, ищем первоначальный импульс. Первоначальный импульс был здесь, тенденция продолжается. И здесь можно рассматривать более глубоко, как пятиволновку. То есть первый импульс, откат, давайте таким вот макаром. Так, вот импульс, после него
откат и дальнейшее снижение. После, то есть у нас есть первая волна, вторая и третья. После этого небольшой откат, то есть четвертая волна. Вот. И дальше небольшая коррекция, то есть пятая волна. В целом, если вы видите такую структуру, то говорить о том, что тренд имеет ну, какую-либо силу, ну, не приходится. В рамках внутри дня это будет использовать намного вам сложнее. Почему? Потому что большее количество вот таких вот разнообразных движений. Наиболее оптимальным образом волновая теория Эриота работает на более старших таймфреймах, то есть где меньше шумов. В нашем случае вот я вам предоставил варианты, пример, как это можно рассматривать в рамках тут месячной торговли. То есть, открывая часовой график, в целом волновую теорию Эллиота вы можете использовать, торгуя там в рамках там, день-два дня. То есть, позиции в целом вы можете даже и в течение дня закрывать. Если вы хотите скальпить, я думаю, что волновая теория Эллиота не совсем для вас. Также, несмотря на это, как видите, на следующий день также структура ну, вот, идет импульс, коррекция. То есть в целом можно волновую теорию применить ко всем движениям, но наиболее оптимальным образом она работает от графика и таймфрейма H1. Почему? Потому что движения более выраженные, и как бы для вас будет меньше шансов ошибиться. Полегче можно определить тренд. То есть максимум, минимум более четкие. В нашем случае, когда происходит разворот, внутри дня развороты происходят чаще. Поэтому от этого вы не застрахованы, и там тренды могут меняться в день по несколько раз. Поэтому открылась американская сессия, тренд в другую сторону. Открылась японская сессия, азиатская сессия, тренд в другую сторону. Европейская опять в другую сторону. То есть он может в течение дня меняться три раза, и вам все время нужно перестраиваться, волновую теорию Эллиота менять. И импульсы может также совершенно по-другому меняться. Рассматривая на более старших таймфреймах, вы более безопасно можно торговать, и более четко, ясно картину вы можете видеть. Когда вы начнете формировать свое видение всех наших с вами линий, и будете понимать, что как формируется импульс, чем он отличается, да, вы сразу же сможете видеть эту структуру. То есть после того, как вы видите, что есть подтверждение тренда, что идет несколько уровней максимумов и минимумов подряд, серии таких, да, уже есть тренд. Окей, тренд мы рассматриваем просто как импульс. После этого видим, что у нас идет нисходящее движение, то есть опять же серия таких вот понижающихся максимумов, это можно рассматривать как коррекцию. Коррекцию мы меряем с помощью чисел Фибоначчи. Окей, померили с помощью чисел Фибоначчи, только что это с вами делали, наметили зону, от которой можно покупать и идти дальше по тренду. В целом сейчас мы также с вами определили, что мы постепенно уже находимся в рамках, третья волна у нас завершилась, и формируется четвертая нисходящая волна, которая в целом очень часто приводит к тому, что тренд постепенно начинает меняться. То есть импульс рост какой-то может быть, но зачастую в эти моменты тренд как раз-таки заканчивается. Я думаю, в ближайшее время как раз-таки он и будет завершен. Как-то примерно так. Так, есть вопросы? Да, Сергей, все правильно. По поводу шума, очень много на мелких таймфреймах шума, и вы просто можете запутаться. По доллар-франку, давайте откроем, посмотрим, что у нас по доллар-франку. Так, что у нас по доллар-франку? Так. Вот. Также начало месяца. Вот. То есть что-то у нас тут. Так, минуту. Есть. Значит, смотрите, у нас в целом здесь больше был не тренд, а такой вот у нас был флэт. Так, это новогодние праздники дали о себе знать. Так, секунду. В целом давайте рассмотрим начало года. Так. В начале года у нас было такое небольшое восходящее движение. С каждым максимум
был выше предыдущего, минимум каждый также был выше предыдущего. То есть в целом вот у нас начинается год, это были новогодние праздники, тут катали рынок в разные стороны, вот у нас начинается год. С этого мы берем свой отчет. То есть мы должны начинать отчет от какого-то периода, будь то начало недели, месяца, либо начало дня. В нашем случае берем от начала месяца. У нас было восходящее движение, то есть небольшой такой импульс вверх. Восходящее движение мы определяем, что у нас идет тренд вверх. Значит, есть первый минимум, следующий за ним минимум также выше предыдущего. На следующий день опять же минимум выше предыдущего. То есть в целом вот эту всю фигуру, тенденцию можно рассматривать как восходящую динамику. Вот, то есть мы идем вверх. Мы видим, что у нас формируется небольшая коррекция. Опять же, мы понимаем, что да, возможно, тренд идет вверх, и нужно его использовать для открытия позиции на повышение. Мы отмечаем с вами, берем Fibonacci и меряем с вами уровни по Fibonacci. Видим, уровень есть у нас 61, и как рынок будет с ним работать. То есть в целом рынок снижается, подходит к этому уровню и его даже не видит, успешно прошибает. То есть это первый сигнал к тому, что или у нас появляется стоп, так, либо если вы вне сделки, вы видите, что рынок пробивает уровень 61.8, это означает, что первый момент вы, скорее всего, неправильно определили тренд. Переходя на старший таймфрейм, что мы видим? Ну, здесь мы видим, что у нас полная неразбериха, то есть расколбас полный происходит. Если вы не понимаете ситуацию, которая в данный момент происходит, не пытайтесь найти с помощью волновой теории Эллиота что-то, какие-то свои ситуации, ну, какие-то там паттерны, либо какую-то импульсную волну. Вы ее не найдете, просто придумайте свою. Если вы видите, что серии минимумов и максимумов каким-либо образом не сходятся, тогда их лучше пока что от рынка отойти и этим активом не торговать. В нашем случае здесь происходит успешное пробитие, и мы снижаемся дальше. В следующий день вы видите, что значит максимум, минимум мы свой пробили и идем дальше вниз. А что будет на следующий день? Вы видите, что формируется дополнительный максимум, и он никаким образом не перебивает предыдущий день. На следующий день ситуация повторяется. Формируется максимум, и он не выше предыдущего. На следующий день есть небольшой откатик, но это еще не подтверждение нашего с вами сигнала. Идемте дальше. Следующий день опять закрывается в отрицательной зоне. Мы идем вниз, окей, то есть максимум следующего дня ниже предыдущего. У вас есть 3 дня, которые идут, каждый минимум, максимум, вернее, ниже предыдущего. То есть, опа, мы видим и говорим о том, что у нас постепенно начинает формироваться тенденция на понижение. В определенные дни могут быть такие вот сильные импульсы, максимум, вверх-вниз. Для этого вам нужно обратиться к открытию и закрытию дня. Если вы видите, в определенные дни могут просто-напросто выходить какие-либо новости, которые приводят к тому, что рынок идет в ту или иную сторону. Для этого нам с вами нужно как раз-таки определять параметры, актив торговался в положительной стороне, либо в отрицательной стороне. Как это определить? Смотрите, у нас открылся рынок, так? Да, он дал максимум, то есть он перебил максимум предыдущего дня, но закрылись мы в отрицательной зоне, то есть в целом день показал минус. То есть если говорить о динамике движения, то есть у нас есть какая-либо повышенная волатильность, мы идем выше, мы идем ниже, но в целом мы снижаемся. То есть вы можете ориентироваться как на динамику по максимуму-минимуму, это наш первый ориентир. А второй момент, смотрите вообще за динамикой дня, то есть это самый простой вариант. Если мы снижаемся, идем ниже и ниже и ниже, да, и вы видите, что актив в течение дневной торговли закрывается ниже и снижается, то есть вот у нас есть, вот мы торгуемся и уходим ниже. И в целом, вот у нас есть дневной какой-либо там максимум, и мы снижаемся. Но в определенный день мы даем какой-то пик, свечку такую. И уходим дальше вниз и закрываемся ниже. То есть отрицательная зона, это минус 10 пунктов. Это может быть новость. Вот в этот день, который как раз таки по доллар-франку, это было заседание ЕЦБ. И вот такой пик, шпильку такую дали. Но дальше вернулись мы и закрылись в отрицательной зоне. То есть тренд продолжается. То есть, безусловно, могут формироваться какие-либо тенденции на снижение, либо тенденции на повышение. Но в целом, если вы не видите или вам кажется, что тренд у нас изменился, обратите свой взор именно на закрытие рынка. То есть, видите открытие, где мы открылись и как мы закрылись, как мы в течение дня торговались. Либо просто откройте дневной график, дневной таймфрейм,
и вы увидите, что если свечка у нас, ну да, вроде бы и перебили график, да, вроде бы и перебили свой максимум, но в целом мы уходим вниз. То есть, если вы открываете D1, ну, здесь четко видно, что идет у нас снижение, тренд вниз. Да, безусловно, есть вот такие вот импульсы, да, они всегда бывают, то есть волатильность новости всегда. Но если при этом импульсе мы дальше закрываемся вниз, то это, безусловно, тренд на понижение. То есть, в целом присутствуют коррекции, там различная динамика рынка, но в целом ориентируйтесь просто на максимум и минимум. Если максимум каждый следующий день у нас идет ниже и ниже, все, его можно использовать для открытия позиции на продажу. То есть тренд идет на понижение. После этого вы переходите на более младший таймфрейм и смотрите, где у нас формируются, какие откаты, какие коррекции. В нашем случае мы видим с вами, что есть первая восходящая волна. Так, значит, где у нас день открывался? Вот. Январь. Так. Минуту. Мы видим, что у нас имело место восходящее движение, после этого оно изменилось, и дальше мы пошли вниз. Мы отмечаем с вами, вот где-то примерно в этой области мы нащупали с вами пик, да, в нашем случае пик, я имею в виду не максимальное значение, а минимальное, то есть дно, к которому мы смогли спуститься. Дальше мы ожидаем с вами откат. Вот как мы его меряем по Фибоначчи. Определяем максимум, минимум. И накидываем числа Фибоначчи. Добавляем Фибоначчи, линии, так. Вот, и меряем динамику по числам Фибоначчи. Как видите, выше 61,8 мы подняться с вами не смогли. И то, как достигнув его, откатились и пошли дальше по тренду. Дальше, дальше, дальше вниз. То есть в целом с помощью, ну, первый момент вам нужно определить тренд. Тренд вы определяете за счет серий максимумов либо минимумов, либо смотрите, как закрылся рынок, дополнительно фильтруя сигнал. Определив, что тренд нисходящий, вы после этого меряете числами Фибоначчи импульс первоначальный, в нашем случае нисходящий, и от него уже накидываете Фибоначчи и определяете, идем мы вниз либо вверх. А вам нужно смотреть не тело свечи, а именно тени. То есть вам нужно смотреть максимум и минимум, насколько далеко мы улетали. И рисовать Фибоначчи именно по теням, по экстремальным значениям. То есть от пика к пику. А давайте посмотрим золото. А у меня уже открыто. Давайте так. Смена ли тренда по золоту? То есть золото я бы рассматривал в следующей динамике. По золоту было яркое нисходящее движение. Оно продолжалось, шли вниз. Вот эти вот пики, которые были сформированы ранее, это было... Так, чтобы график... Вот этот пик, который вы видите на графике, так, это был именно Трамп. Выборы президента в США дали вот такой вот молниеносный выход вверх. В целом здесь снижение вниз, 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 вниз. И более на старшем таймфрейме что я вижу? У нас нисходящее движение, импульсная волна, коррекция и дальше вниз. Сейчас эта коррекция у нас постепенно завершилась. И у нас идет, вот после этой импульсной волны, идет коррекция и дальше сейчас будет формироваться следующее движение. Но если бы это не был бы Новый год и смена периода годового, я бы сказал, что здесь бы тренд пойдет вниз. Зачастую в моменты, когда у нас происходит переход с одного года на другой, то есть заканчивается там 16-й, начинается 17-й, у нас зачастую меняются тренды. То есть добавляется период, там, либо заканчивается лето, начинается осень, либо весна заканчивается, начинается лето, меняются тенденции. Вот эти вот разделяете периоды, вы как бы можете немного ориентироваться по структуре движения. В нашем случае изменение как раз-таки года как раз-таки влечет за собой и изменение всех наших трендов. То есть я бы в более широком понимании рассматривал, что у нас было сформировано дно на уровне 11.27, и у нас пошел импульс. В целом сейчас у нас формируется коррекция. То есть да, если рассматривать как импульс и коррекционное движение, то здесь импульсная волна, у нас тренд завершается. То есть давайте добавим числа Фибоначчи с своего дна до максимума.
В целом, золото имеет все шансы еще спускаться к уровню 11.59. Дальше, я думаю, тренд у нас будет продолжаться вверх. На текущий момент мы заходим в стадию коррекции и постепенно снижаемся и заходим в коррекционную, то есть коррекцию формируем. То есть у нас есть первая волна, и мы заходим с вами на вторую волну. Да? Вторая волна у нас может быть примерно к данному уровню. Опять же, при подходе к данным уровням мы можем их использовать для открытия позиции на покупку, либо на, ну, зачастую здесь мы будем использовать на покупку, да. Но что для вас в первую очередь нужно сделать? Мы, как видите, используем более такие длинные периоды, это где-то, ну, торговля там на месяц, на два, на три. В нашем случае, если вы переходите на более младший таймфрейм, посмотрели, что происходит на более старших периодах, и смотрите, что происходит в рамках более младших таймфреймов. Вы смотрите сейчас, ага, значит, серия максимумов и минимумов у нас идет негативно. То есть видим максимум, следующий за ним максимум ниже предыдущего и так далее. То есть три формации, которые подряд повторяются. Первая формация, вторая формация, третья формация. Смотрим, как дни закрываются. Видите, дни также в целом закрываются с понижением. Первый день, второй день. Если третий день также закрываемся с понижением, то есть в целом, ну, сейчас все говорит о том, что золото уходит на коррекцию вниз. А для вас, в зависимости от того, какой тип трейдинга и стиль торговли вы выбираете, в зависимости от долгосрок, средний срок, вы ориентируетесь. Ага, золото уходит на коррекцию, значит, мне нужно формировать позиции, исходить из коррекционного движения. То есть у нас сейчас будет коррекция, золото будет постепенно снижаться. Соответственно, вы начинаете формировать позиции на продажу. Как их можно сделать? Вы дожидаетесь вот серии наших максимумов и минимумов. В нашем случае я дождался бы еще одного дня. И ожидаете какого-либо отката вот с этой зоны. Вот нужно либо снижение еще глубже, да, чтобы там дно какое-то нарисовалось, от которого мы будем откатываться. К примеру, условно, да, мы сейчас снижаемся и достигаем вот уровня, ну вот какого-то такого уровня. Примерно, вот примерно вот это будет пик, потолок, да, вот на этом моменте мы закончим свое движение и дальше пойдем в коррекцию. Соответственно, вы открываете Fibonacci, определяете максимум и тянете к минимуму. И определяете, что ближайшая максимальная зона, к которой мы можем повышаться, это уровень 61.8. И с этой зоны при подходе к ней можно начинать формировать позиции на продажу, то есть вблизи данной области. И вы начинаете формировать сделки, когда у нас формируется откат, и от, с этой области начинаете формировать позицию дальше по тренду. То есть здесь у нас какая ситуация? У нас есть серия минимумов. Актив закрывается в отрицательной зоне. Нам с вами нужно дождаться коррекции и с нее сформировать позицию. Вы накинули Fibonacci, посмотрели, где эти уровни, и от них начинаете формировать сделки на продажу. Так. То есть, если говорить о смене тренда, то в целом более глобальном понятии здесь не идет смена тренда, здесь просто идет формирование коррекции. Но если мы перейдем и будем рассматривать в рамках там часовых, получасовых графиках, то здесь, безусловно, смена тренда. То есть, если рассматривать вот более мелко, да, ныряя более глубоко, то здесь, ну, однозначно смена тренда, и мы идем вниз. Как-то примерно так. А если более глобально, на, там, на D1, то здесь просто у нас будет сейчас формироваться коррекция, да, после которой тренд дальше продолжится вверх. Так. Так, возможно, к сожалению, первая часть была немного скучноватая со всеми нашими формулами, со всеми разъяснениями. Но, думаю, во второй части немножко исправился. Вы на меня все посмотрели, да, на графики посмотрели. Так, я постарался максимально просто и доходчиво до вас все донести. Так, давайте тогда серию своих вопросов, серию максимумов и минимумов мы оставим, да. Ожидаю от вас вопросов-ответов. Так, пишите, буду рад на все поотвечать. Пока вытираю доску. Жду ваших сообщений. Так. Поэтому пишите вопросы.
какие у вас есть. Возможно, что-то непонятно, но вот в последней части я уже максимально просто пытался донести все эти моменты, как работает максимум, минимум, как определить волну. То есть основное, что для вас я хотел донести, это то, что нам с вами в первоначальном варианте нужно определить тренд. А тренд вы определяете с помощью серии максимумов и минимумов. Вы видите, что если они повышаются, да, то есть каждый, ну, идет повышение движения, мы определили, как это сделать, определить тренд, куда у нас идет. Вы добавляете волновую теорию или это и смотрите, насколько глубока может быть коррекция и насколько сильный у нас может быть потенциал движения. Так, я все стираю, жду ваших сообщений. Запись курса также, запись клубного дня будет у вас на YouTube. На YouTube наш канал называется Альпари, официальный канал Альпари. Вы используете волновую разметку 1, 2, 3, 4, 5, ABCDE. Да, в основном я использую больше метод Глена Нили. Он основан на том, что трехволновка идет у нас, ABC. То есть четвертая и пятая волна, они в своей сути, они работают, они живые, но зачастую они наименее эффективны. Поэтому в работе зачастую все работают, и наиболее проще использовать это как раз-таки первые три волны. Дальше начинается полный расколбас. Поэтому вам рекомендую также начинать именно с и торговать именно первую, вторую и третью волну, и на них ориентироваться. Заходить со второй коррекционной волны и сидеть уже дальше по тренду. Так. Это вопрос. На кросс-курсах FIBO с Эллиотом также хорошо работает. Если это вопрос, то я хочу вам ответить, что волновая теория Эллиота в целом работает на очень большом количестве активов и на кросс-курсах в том числе. Основная просто задача – это определить наличие тренда. То есть, если есть тренд, вы просто сразу же сможете полностью налепить теорию Эллиота, и вы все увидите. Если тренда нету, во флете она не работает. То есть, у нас просто будет боковое движение, и будут такие микроволны. Вы не сможете определить, куда мы идем. Да? Просто у нас будет хаотическое движение вверх-вниз. Поэтому вы просто запутаетесь. Основное, что нам с вами нужно, это определить тренд. Его мы определяем с помощью серии повышающихся максимумов, либо понижающихся минимумов. А также смотрим на цены закрытия и открытия рынка. То есть, если рынок открылся по 10, а закрылся по 8, это у нас понижение. Соответственно, тренд у нас, тенденция на снижение. Смотрим, как максимумы себя работают. Они идут ниже. Видите серию такую, значит, тренд идет вниз, значит, нужно искать начало импульсной волны. Первое и конец импульсной волны. И после этого мерить коррекцию. Так. Да, на кросс-курсах все работает, все отлично себя показывает. Так. Есть ли у вас какие еще дополнительные вопросы? Так.
Так, вопрос по поводу волн Вульфа. В целом, я что рекомендую? Волны Вульфа – это уже такая, более сказать, более… Это уже интерпретация волновой теории Эллиота. Вот есть, к примеру, метод Глананили, когда он просто убирает четвертую, пятую волну, то волны Вульфа он добавляет еще там шестую, седьмую волну. Интерпретаций волновой теории множество может быть. Волны Вульфа говорят о том, что у нас есть, то есть то, что мы с вами говорили, просто определяется, что импульс, который идет, он может быть просто, ну, нисходящий вот таким вот моментом. И он как раз-таки, вот эти все восходящие импульсы начинают у нас перемиряться. Но если мы перейдем к более старшему таймфрейму, то в целом все эти наши волны Вульфа, либо метод Глананили, они все сводятся к тому, что у нас есть просто импульс, коррекция, импульс. И дальше импульс, коррекция, импульс. То есть в целом волны Вульфа, они просто добавляют и говорят о том, что коррекция, как и любое другое, либо импульсное движение, оно может быть, как вам сказать, нелинейное. То есть оно может быть зигзагообразное, может быть в виде треугольника и так далее. Помимо этого, волны Вульфа дополнительные различные паттерны вносят. И с их помощью, ну, они меряют по там дополнительно, ну, то есть они перемеряют, к примеру, не только волну 2, а волну 1 с волной 3. То есть таким вот образом. Что могу вам сказать? Вы можете мерить волны как угодно, но самый основной метод вы должны запомнить, волновой теории Эллиота, что после каждой импульсной волны, когда вы определяете тренд, да, на наших точках, просто накинув сетку Фибоначчи, вы можете определить коррекцию, которая у нас с вами идет, и с помощью этих коррекционных волн Фибоначчи взять и открыть сделку, да, то есть и определить цель, куда мы движемся дальше. Определив тренд с помощью серии и с помощью теории Доу Джонса, дальше мы определяем, куда мы движемся по сетке Фибоначчи и по динамике, ну, который дает нам теория Эллиота. Так. Так, по поводу удачного сочетания ТФ для входа. Оптимальный вариант, который я всегда торговал, это был H1. H1, ну, самый оптимальный вариант для торговли именно вот волновой теории Эллиота. Самый оптимальный момент. Открываете D1, смотрите основное движение, и после D1 уже принимаете решение, куда мы движемся дальше. То есть в целом динамики по D1 достаточно, чтобы принять решение уже на H1 графике. То есть посмотрели основную тенденцию по движению. Еще самый оптимальный момент. Я анализирую тенденцию в целом от начала месяца до его конца. И смотрю, какой на куда мы двигались. Соответственно, в начале месяца у нас формируются какие-либо тенденции, протоколы заседаний там выходят. Еще вариант – это что на рынке у нас приводит к изменению. Это выход каких-то новостей. Если вы торгуете на Форексе чисто, на Форексе что дает толчок рынку? Это протокол заседания центробанков. Два важных центробанка в мире – это у нас ФРС и ЕЦБ. Если торгуете фунтом, там еще Центральный банк Англии может двигать. Да? В нашем случае вы смотрите протокол заседания, смотрите, что было после протокола заседания. Значит, вышел протокол заседания, и мы ушли куда-то. Мы пошли вверх после него, или мы пошли вниз, вот как было в этом месяце. Вышел протокол заседания, либо Йеллен сказала, что все плохо, либо вышел нон-фарм и пошел импульс вот на основании этих данных. То есть или торговать календарно, разбивая, либо торговать от поступающих данных. Если вы видите, что вышел какой-то катализатор, Йеллен, то есть заседание Центробанка, данные по Центробанку, это выход минутки, это называется FOMC Minutes, то есть протокол заседания Центробанка, либо данные по каким-либо секторам экономики, либо очень важные данные. Либо это инфляция, либо это нонфарм, либо там данные по ВВП.
смотрите, что дало толчок. Неважно, что это было. Вот вышла новость, как на нее отреагировали. Никак не отреагировали, отбрасываем. Смотрим старый катализатор. Если новость вышла и пошел импульс от нее, да? То есть, к примеру, вот рынок стоял во флете, тут вышла новость, бах, полетели вверх. Вот и эта часть можно рассматривать как импульсную волну. Вы переходите на таймфрейм H1 и смотрите, как мы работаем. Если эта новость сильная, то в целом H1 будет вполне достаточно. Смотрите откат, какой произошел, наносите Fibonacci и от нее формируете позицию. Опять же, можете также подтверждать серией максимумов, минимумов и уже смотреть, куда шел до этого тренд, был ли флэт и как мы идем дальше. Как-то примерно таким образом, я думаю, можно сформировать свой подход. Я думаю, Владислав, я ответил на ваш вопрос. Удачное сочетание таймфрейма для входа. Так. Сейчас, минуту. Так. Минуту. Так, как сочетаются волны Эллиота с теорией Гана? По Гану есть время разворота и есть цена разворота. Насколько я помню, лукавить не буду. Вот глубоко теорию Гана я вот прям так, чтобы аж прям не изучал. Насколько я знаю, по теории Гана числовой разметкой Фибоначчи определяется время из... Ну, то есть, как бы есть... У нас есть... Значит, по времени Фибоначчи, думаю, это то, что, о чем вы спрашиваете, отмечается какой-то конкретный период и выбирается примерно какая-то конкретная дата. Волны, если мы рассматриваем волны Эллиота, мы рассматриваем только ценовое движение. Но также можно с помощью Фибоначчи, с помощью циклов Гана также определять и разворотное, когда рынок развернется во времени. То есть также наносятся вот эти линии, то есть рынок растет и в какой именно конкретный временной промежуток, то есть это примерно там 17.01-02.02. И, соответственно, рынок идет до какого-то момента, и вот по этим числам Фибоначчи как раз-таки во временном промежутке и можно определять, когда произойдет этот момент. Честно пробовал, у меня не совсем получалось, со временем у меня как-то не получалось определить точку отчета, от которой нужно считать, поэтому я так вот в Гана прям глубоко не нырял. По Эллиоту могу рассказать, считаю более оптимальная модель для торговли, да. Если говорить о Ганне, то так вот глубоко я его не изучил, к сожалению. Так. Но в целом каждая из теорий, она по определенной мере дополняет друг друга. То есть, если мы говорим о теории Доу Джонса, да, то видите, волновая теория Эллиота, она вытекает из Доу Джонса. Там теория Гана вытекает из теории Эллиота. И так пошли дальше. То есть, каждая наработка приносит что-то новое в рынок. А в нашем случае основной идет Доу Джонс, и от него уже дальше различные, разные дополнительные теории. Как-то примерно так. В целом, каждая из них дополняет постулаты, но она не опровергает. Поэтому в целом мы можем свести все к одному, что в целом все отталкивается от теории Доу Джонса и дальше пошли-пошли. Просто кто-то к ним приносит дополнительную какую-либо интерпретацию. То есть, если у нас по Доу Джонсу просто серия максимумов и минимумов, да, проводится линия, и вот мы идем вверх. По Эллиоту это та же
то, ну, такое же трендовое движение, только оно не в виде серии максимумов и минимумов, а просто в виде волн. Как бы и все. То есть практически, если вот так отсеять шелуху, они очень все одинаковы и максимально похожи друг на друга. Так. Хорошо, тогда, я так понимаю, на сегодня у нас все. Всем спасибо за внимание. Был рад всех вас сегодня видеть. Был рад сегодня вам всем рассказывать и доносить знания о волновой теории Эллиота. У кого есть вопросы, задавайте в чат. У нас время в целом еще есть. Я вижу вопросов, мы уже... Да, вопросов у нас нету. Хорошо, всем спасибо за внимание. Также, помимо всего этого, приглашаю вас на другие свои занятия. У меня, помимо всего этого, также ведутся другие курсы. Я провожу ежедневные обзоры, можете подключаться. В 18:30 по Москве вы можете всегда их посмотреть. Помимо обзоров, курсы провожу по ренкобарам. Для тех, кто уже, ну как сказать, более опытный боец в рынке, будет также интересно узнать что-то новое о ренкобарах. То есть, я думаю, множество из вас слышали или знали, а кто не слышал, тогда обязательно приходим и смотрим курс по ренкобарам. Он уже будет со следующей недели, сегодня было занятие. Завтра в 16:30 по Москве курс по авточертисту, графический анализ, как производится, как это все делается автоматически. Всех вас приглашаю в том числе. На сегодня всем спасибо за внимание, спасибо, что посетили мой клубный день. Я думаю, теория Эллиота принесет вам, даст вам новые знания и даст вам пользу. То есть практически вы ее примените и в целом приведет к более прибыльным сделкам. На сегодня в целом все. Спасибо всем за внимание, за участие. Мы отключаемся. Сигналы в целом, сигналы по одной теории и другой, они зачастую совпадают. Вы можете, ну, как бы, они не должны у вас накладываться друг на друга, как дополнительный фильтр, в принципе, будет очень хорошо вам помогать. Это в ответе Евгению на его вопрос. Так, спасибо всем за внимание, на сегодня все. Всем хорошей ночи, спокойной, всего доброго, до свидания.